Добрый вечер. Вас приветствует Dice Master на моем уютненьком стриме Ancient Domains of Mystery или Адома. Такое, знаете, теплое, приятное ощущение, когда играешь в Адом. Что-то такое литературное. Здесь нету никакой графики, один лишь текст, символы. И это замечательно. Приветствую Шинигами, Мозиум, Легенд, Варок. Всех, в общем, кто здесь есть. Не буду я, наверное, прокручивать весь чат. Смотрю, вы тут уже давным-давно собрались, общаетесь. Ну, это правильно, конечно. Итак, у нас Адом наконец-то на полный экран. Full HD, представляете, Full HD... Ой, не Full HD, а просто HD. Адома можно его и Full HD запустить. В чем фишка? Как вы помните, на прошлом стриме я, в общем-то, довольно-таки так быстренько, особо не вдаваясь в подробности, когда запускал Адом, запускал его через виртуальную машину. Делал это для того, чтобы запустить его в DOS-овом режиме. У меня скачана DOS-овая версия Адома. Это круто тем, что можно настроить параметры графики. То есть можно установить шрифт, который будет, в общем-то, довольно-таки неплохо сглажен. И это круто. Потому что Адом, он хоть и старый, но может выглядеть вполне приятно. Вот так вот. Привет, стример, говорит Рикензичи. Привет тебе тоже. Так, ну что ж, мы теперь будем наслаждаться дальше графоном Адома. Фокус надо включить сюда и выбрать кнопочку, какую там нажать. Кстати, главное, мышка совершенно не нужна. Вот после Dungeon Crawl привлекаешь невероятно к тому, что можно многое сделать мышкой, а на самом деле она тут вовсе абсолютно бесполезна. Берем мышку куда-нибудь подальше, прячем сиротливо, чтобы она, ну, наверное, куда-нибудь ближе к чатику. Ты же в итоге выбрал вариант выращивания растений, Гришнига Мирюк. А, где, чего, как, ничего не знаю, в общем. А, если говорить про квест, да, нам дали, как у садоводства, такой замечательный навык. Ну, в общем, надеюсь, наш тролль доживет до того момента, когда он сможет его использовать, потому что реально выращиванием растений я почти не занимался. Но это очень полезно в Адоме, потому что всякие грибочки, они, ну, как сказать, здесь не только могут быть галлюциногенными, они могут приносить различные положительные эффекты. Такие как увеличение каких-то характеристик и так далее, там, насыщение. Наш персонаж является троллем 5-го левела. Это хилер, то есть лекарь. Наш тролло не так давно, после первого похода в этот данжен, где мы должны были убить темного друида, огреб сразу же corruption, то есть определенную порчу. Давайте вспомним, что это за порча. Для этого нужно вспомнить вообще, где это все описывается. Это вот, кстати, у нас такой маленький, коротенький экранчик, на котором описываются основные параметры нашего персонажа. Что у нас там есть? У нас, кстати, есть максимум, какой может быть у параметров. Например, харизма у нас больше 8 быть не может, в принципе. Ну, тролль, что с него возьмешь? Хотя, на самом деле, этот максимум, это не то чтобы такой железный максимум. Постепенно этот же максимум, даже вот цифра макс, может расти. Только гораздо медленнее, чем текущее значение. Главный ты тонкий тролль, говоришь, Нигамирюк. Да, как раз об этом я хотел поговорить. Мы уже 22 дня провели виртуальных в этом мире. У нас есть какое-то божество, Ваграк. Это явно что-то хаотическое, потому что... Потому что у нас есть хаотик, наш алаймент, то есть наше мировоззрение. Мы очень-очень злые. Так, где там? Покажите мне быстрее. Находится список мутейшенов. Ой, как у корапшенов. Display current wolf. House powers. Это ли? Да. You have become extremely thin and nimble. У нас ополовинился наш вес, а прибавилась за счет этого защита. Dodge value, точнее говоря, у ворот. Здесь есть два вида защитных характеристик. Это, как вот там, Dodge value, ворот, и Protection value. Это броня, по сути. Или Defensive value. И, я же путаюсь в них, вот видите, не успели начать. How it is good, может быть, говорит Трион. Ну, здесь, на самом деле, все попроще несколько. Здесь нету такой сложной системы, как было в старом D&D. Здесь все просто. Хаотик, нейтрал и лоуфул с плюсами и минусами. А вот эта собачка на экране есть тролль? Да, здравствуй, Рихева. Это и есть наш тролль. Главное, не сделай стича в первые 30 минут стрима. Постараюсь, конечно.
Так вот, у нас тонкий тролль. Тонкий тролль — это круто. А еще у этого тонкого тролля есть квест. Угу. Шериф нас очень просил остановить Кранача, но я думаю, эту просьбу мы не удовлетворим. Пусть Кранач сам себе куда-нибудь там бежит, потому что у нас уже пятый левел. Говорит, на пятом левеле он должен покидать Дарколордскую горную гряду, где мы сейчас находимся, и больше мы поймать не сможем. С другой стороны, даже если мы сейчас можем его поймать, все равно это будет очень сложно по той простой причине, что мы очень быстро начинаем хотеть жрать. Наш тролль, да вообще тролли, в принципе, любые, они очень быстро хотят есть. Это такая расовая их довольно-таки неприятная особенность. Да, я надеюсь, не забыл смотреть, что боженьки дарить, говорит Рекинзича. Да нет, забыл, конечно, и забил на это на все. Я вообще уже не помню, как работает система вся вот эта религии в доме. Так, скоро Арканум. Я уже заждался, говорит Легенд. Хорошие новости для всех, кто ждет Арканум. Я наконец-то поборол все технические проблемы. Арканум идет вообще шикарно. Я думаю, осталось решить самый последний вопрос. Стримить его в HD, то есть 1280 на 720, или его оригинального разрешения 800 на 600. Там разница в том, что интерфейс выглядит совершенно по-разному, и в 1280 он ужасен просто. Покупать ты можешь, это ясно. А продавать, да, продавать тоже можно. Но продавать можно только то, что хочет покупать вот этот хозяин магазина. То есть я могу здесь подобрать какой-нибудь большой наш... паёк, и соответственно, сразу же шопкипер, вот он вот здесь вот такой собачкой тоже обозначается серенькой, хотя мы беленькой, он встает в двери и не дает нам пройти, пока мы не расплатимся. Вот. Да, 800 на 600, только хардкор, говорит Legend. Old school же, 800 на 600, пишет Эмозиум. Ну, тогда на YouTube будут такие классные воды в 640, о, точнее говоря, да, 640 на 480 они будут. В оригинальном разрешении. Нет, я сам, конечно, хочу в оригинальном разрешении поиграть. Ну, плевать на YouTube, в общем. Такие пироги. Diablo там вторая у нас тоже, по крайней мере, в таком же виде. Но слишком много рассуждаем. Нам нужно запастись различной хавкой. Я, наверное, три каких-нибудь возьму рациончика, на всякий случай, с собой. Расплачу сейчас с этим шопкипером. Так. 72 золотых. Давай не вообще не вопрос. Уйди только с моей дороги, зараза. Вот он наконец уходит. И теперь у нас есть несколько вариантов, куда мы будем идти дальше. Конечно, мы можем попасть в Small Cave. Это очень такое интересное и довольно-таки страшное место, потому что поначалу там спавнятся обычные монстры, как и везде. Но как только вы кого-то убиваете, на его месте в другой части данжена спавнится кто-то уровнем в два раза выше вашего. Чем хороша Small Cave? Что там есть бланкет. Это штука, которая защищает наши вещи от различных негативных воздействий. Ну, там, скажем, огонь, яд и прочие. Ой, то есть огонь, кислота. Так, только с телефона будет неудобно смотреть, говорит Legend. Ну, с телефона. Сейчас я на секундочку отвлекусь и вернусь к вам. Итак, я здесь. Что ближе к 16 на 9? 4 третьих или 5 четвертых, спрашивает Варк. 4 третьих, конечно же, потому что 16 на 9 это очень широкоформатный такой формат. Боже, Дайс, во что ты играешь, говорит Фокс. Я играю в Великий Адом. Это одна из величайших роги-лайк игр. На мой взгляд, это самая стоящая игра в жанре роги-лайк. Если вы никогда в нее не играли, обязательно поиграйте. Даже через силу попробуйте начать. Вы ее полюбите обязательно, если сможете разобраться, о чем здесь речь. Хантер. Что ж ты не унимаешься? Веди себя спокойно. Порядок не нарушай. Спамь, щать не спамь. Будь, в общем, спокойным, тихим и незаметным. Всем привет, Гриша Дистанция, тебе привет. А тут можно просто взять и вырезать весь город, говоришь, Нигамирюк. Да не вопрос, без каких-либо проблем. Берешь, вырезаешь, и никого не остается. Вот. Довольно-таки легко это делается. Но с другой стороны... Так. С другой стороны... О чем там остановился. А делать этот смысл почти не имеет. Ну, конечно, хаотического алаймента нам добавят. Но и здесь, кстати, деревеньки, которые имеют смысл вырезать. Мы их чуть позже посетим. Так вот, куда я там собирался идти? Ах, да, нам нужно поговорить с маленькой-маленькой девочкой, чтобы взять квест.
Тут есть несколько мест, которые мы можем посетить. Тайни Дойл, вот она, кстати говоря. Вы говорите с маленькой девочкой. «Ты не видел мою маленькую собачку?» — говорит она. «Она исчезла где-то рядом с какой-то черной дырой и все, в общем, с концами. Я боюсь, что она потерялась. Не поможешь ли ты мне найти ее? И, точнее говоря, не доставишь ли мне, не вернешь ли мне ее назад? О, добрый тролль. Она так давно пропала», — говорит девочка. «Бедная девочка. Девочка, конечно, я помогу тебе». Тут довольно-таки душещипательная история. Нам, кстати, новый квест дали. Маленькая девушка Тирини, девочка, точнее говоря, Тирини, просит нас вернуть ее собачку из подземелья где-то на северо-востоке от Тирини. «Съешь девочку, смотри, как мучается», — говорит Хайвард. Бедняга, бедная девушка. Девочка, точнее говоря, Дефольф пишет. Люди тоже фразу чуть о чем речь? Дайс, напомни, плиз, в чем главная цель? А главная цель заключается в том, чтобы закрыть врата хаоса. Здесь вот в этой драконорской горной цепи вдруг начали лезть всякие монстры и хаотические сознания, порождение хаоса. И мы вот прибываем сюда для того, чтобы разобраться еще к чему, найти кучу приключений на свою трольскую тонкую задницу и, естественно, решить этот вопрос по-серьезному. Дальше. Есть у нас вариант. Это Small Cave. Это вот это вот Puppy Cave. Потом есть Endless, бесконечное подземелье, Endless Dungeon. Ну, в Endless Dungeon, не знаю, сейчас, наверное, имеет смысл нет идти, наверное, не имеет. Для того, чтобы спасти собачку, нужно сделать это в первые 4 дня. Первые 4 дня пропали, поэтому саму собачку мы не спасем. С другой стороны, там, в принципе, не скажем, не очень сложное подземелье. В принципе, там мы выживем, скорее всего. «Будь троллем, принеси собачку и съешь ее при девочке», — говорит Шинигами Рюк. Ну, конечно, мы же хаотичны, будем очень хаотичны. «Хотите ли вы покинуть деревеньку?» Да, вообще, мечтаю. Итак, где этот... где это была... пещерка. А, вот она. Вот она как раз. Пещерка, маленький вход в пещерку, который везет куда-то в глубины гор. Вот. «Без хаоса в этом мире было бы скучно», — говорит Фокс. «О чем ты?» Ну, мы сюда заходим. И сразу же видим бабло. 29 кусков бабла. Ну, золотых кусков бабла, конечно же. А также чей-то Ларжрейшн. Кто-то, видимо, здесь решил помочь нам сразу же у входа, положив хавку. Как чувствовал, что появится голодный тролль? Какая-то гигантская крыса, которая сразу же уничтожается. Так вот, я там говорил про Small Cave и про то, что там есть бланкет, защитное такое покрывало, которое будет очень полезно для любого персонажа. Но туда я не пойду, там нас убьют вообще моментально. Туда надо идти где-то на первых уровнях, когда у вас еще нет очень большого количества экспы, и когда появляются монстры двойного левела, они настолько сильно выше вас становятся. Что ж такое-то? Везде где-то какие-то спрятанные двери. Я знаю, что здесь дверь есть. Эй, отворите. Дайс пришел. О, есть, нашли дверь. Но, к сожалению, эта дверь закрыта на ключ. И мы не знаем, как ее открыть. Но, на самом деле, знаем. Для этого нужно ее хорошенько пнуть с разбегу. Дайс, как войти в город, говоришь, Эдди Сенс? В город? Точно так же, как и любые другие подземелья. Вверх-вниз клавиши, то есть вправо-влево, на самом деле, стрелки. Они позволяют зайти куда-то и выйти откуда-то. Каким классом играешь? Напомни, плиз, говорит Эндрю. Мы играем хиллером, то есть лекарем. И этот роль лекаря, он всем так лечит. Вообще просто ужас. Выбиваем дверь. Давайте сильнее ее выбивать. Вот. И огромнейший, мощнейший пинок вышибает просто дверь. Она разлетается на куски. И мы видим, что здесь есть какая-то крыса, которую мы сразу же убиваем. А также есть орк. Это она. Это был female орк, то есть женщина-орк. Что у нас есть? Труп орка, золотишко. Давайте труп орка сожрем. Нам всегда хочется жрать. На вкус как старая свинятина. Давай следующий стрим Арканума. Руфи Вольф
одобряет, говорит Legend. Стрим Арканума будет скоро уже. Для этого мне нужно разобраться, кроме технических вопросов, еще и с вопросами прохождения Арканума, потому что Арканум последний раз я проходил настолько давно, вы бы знали. Так, встаем по диагонали, выбиваем дверь, и здесь выход ниже. Ну, естественно, мы не уйдем отсюда, пока не исследуем оставшуюся часть вот этого подземелья. Угу. О, фейка, феечку. По-моему, если съесть феечку, то получишь возможность контролировать телепорт. Или для этого блинкдога надо сожрать. А, не помню. Кстати, все время забываю, после того, как мы играли в Dungeon Crawl на протяжении большого количества стримов, что если вы идете мимо золота, оно здесь автоматически не поднимается. Ко всему прочему, золото здесь вес есть. Ну-ка, давайте я сейчас посмотрю, сколько у нас сейчас весит золото. Золото весит 3 стоуна. Ну, это мера такая веса здесь. Да, что происходит на экране, говорит Руди Вольф. Я не вижу орка, вижу невнятные значки. Где я? Кто все эти значки? На самом деле это карта, которая состоит из решеточек. Это стены и точек, это пол, то есть место, по которому можно идти. Тут есть двери, которые наклонными чертой вот такой вот коричневатой отображаются. А собачка? Собачка — это наш тролль. Ну, тролль-собака та еще просто вообще. Пусть тролль женится на арчихе, или даже пусть он будет и женится на орке тоже, говорит Эндрю. Ох, какие запросы, тролль против. Кроличья собака, какой ужас вообще. О, каменная, это как его, Stone Club, у нас Heavy Club, да? Чем они отличаются вообще? Интересно. Каменная дубинка весит 70, а у нас тяжелая дубинка. Ладно, не знаю вообще, в чем разница. Возможно, каменная дубинка, она все-таки одноручная, а у нас двуручное оружие. И мы крушить, мы ломать. Еще очень напрягает отсутствие автоэкспролора. А, кстати, есть отличнейшие хорошие новости для всех любителей Адома, да и вообще рогелайк игр. Томас Бископ, как вы знаете, я уже на предыдущем стриме рассказывал, он занимается тем, что... так, стоп, это не тот сайт. Тем, что он сейчас пытается сделать ремейк Адома, во-первых, то есть Адом 2, и сделать улучшенную, скажем так, доработанную версию первого Адома. Так вот, эта доработанная версия первого Адома сейчас уже появилась предварительное превью, где исправлено большое количество багов, и это Адом версии 1.2. А у нас сейчас 1.1.1 версия. Прошло 10 лет, и наконец-то у Адома появилась новая версия. Это просто невероятно. Не ври, мы не рушим, мы лечим, говорит Shady Sense. А я уже не помню, о чем я там говорил. А ты не пробовал их комбинировать, стрех и магию? Точнее, не пробовал ли комбинировать? Legend, на самом деле комбинация техники и магии в Аркануме — это очень плохая идея. Есть только несколько таких вспомогательных вещей, которые можно использовать магу и которые может использовать техник из магии. Ну, то есть, так сказать, vice versa. В основном это какие-то бафы. То есть, например, техник может использовать различные поушены, не поушены, а баф, например, ускорение из определенной школы магии, который, в общем-то, на него вполне нормально действует, несмотря на то, что он техник. А маг может создавать некоторые айтемы, используя при этом мануалы, вместо того, чтобы вкладывать, скажем так, очки прямо в умение пользоваться определенной техникой. Че, серьезно, атаковать человека змею? Да, конечно. Умри. Мы тебя не только атакуем, мы тебя еще сожрем. Вот так вот. Вы начинаете жрать труп человека змеи. Вы закончили жрать труп человека змеи. Довольно-таки грубое мясо, но ничего так вполне. Impossible, новые версии, говорит Хайвард. Да, действительно. О нет, опять буковки и точечки, говорит Ис. Привет, Ис. Да, это те самые буковки и точечки. На самом деле, если вы заплатите Томасу Бископу немножко денежек, ну, точнее говоря, задонатите на его кампанию по возрождению Адома, то он планирует сделать тайловую версию. Вот. А раз будет тайловая версия, то значит... Ух ты, нас ударяет каменным блоком. Это ловушка, которая была в этой двери. Ну, неважно, в общем. У нас реген быстрый, здоровье просто тьма. Так вот, если вы ему сдадите немножко денег, то, возможно, появится тайловая версия, ну, которая будет содержать некоторую толику, скажем так, графона. Вот. А дом — это хорошо, говорит Hellbite. Действительно, это просто шикарно.
знаете, как увидеть человека, который читает книжку, и сказать ему: «Ужас, что ты делаешь? Почему ты не смотришь видео на YouTube? Расскажи мне, как так можно? Книги же — это прошлый век». Но также и с играми типа Адом и других рогелайков. «Да, собирай все камни, — говорит Рекин, — зачем камни собирать?» Кстати, надо почитать на самом деле побольше всякой инфы про то, как нам жить, как нам быть в дальнейшем. Потому что в Адом, как я говорю, играл очень давно. Адом я помню крайне плохо. Я помню, что игрушка офигенная. Я помню основные локации, некоторые основные, так сказать, этапы игры. А вот детали, к сожалению, уже давным-давно, они от меня далеко-далеко. «Куда можно задонатить?» — говорит Эмодиум. «Чтобы не было тайловой версии». Ну почему же, чтобы не было? Тайловая версия — это выбор. Это возможность тем, кто хочет в нее играть, чтобы они могли в нее играть. И, естественно, оригинальная текстовая версия останется, потому что сам по себе Томас Бископ, он является большим поклонником текстового вида. Итак, новый уровень. Что мы повышаем? Конечно же, атлетику в первую очередь. Готовенько. Потом мы повышаем Find Weakness, то есть поиск... В общем... Поиск уязвимых точек на теле оппонента, куда стоит бить в первую очередь так, чтобы он сразу же сдох. И, естественно, хилинг. На самом деле, хилинг качать нам не особенно-то и нужно. Может, гербализм прокачать. Знаете, очень хорошая штука. Там гаденинг можно качнуть. Не, гербализм — это супер. Определенно, скоро, когда мы пойдем в пещеру хаоса, там будет уровень, на котором будет много грибов. Зачем нужен гербализм? Для того, чтобы... Во-первых, грибы, когда мы их сажаем, они поросли хорошо. А во-вторых, когда мы срываем грибы, чтобы их сразу же идентифицировать. Вот. «А за сколько интерфейс сделают адекватнее?» «За сколько?» Веритас спрашивает, пеку ставит. Для того, чтобы появился нормальный интерфейс, нужно, чтобы денег было набрано 50 тысяч, точнее говоря, 48. Сейчас я там собран около 30, насколько я помню. «Выращиваю грибы, быть мужиком, жри мухомор», говорит Legend. Да, мухоморов ФТВ. Так вот, что там? У нас скиллы-то все подняты, да? Да. И теперь можем выбрать талант. Из талантов, на самом деле, мне очень нравится Treasure Hunter, то есть охотник за сокровищами. Это штука, которая увеличивает количество лута, которое мы находим. Но для того, чтобы ее получить, нам нужно прокачать перед этим мизер вот этот вот. Это... поиск, ну, точнее говоря, нахождение больше количества золота. Штука жутко бесполезная, на самом деле. И вообще, как бы даже вредная. Зато есть скорость. Вот Very Quick — это очень нужно. Ускорялка, она позволит нам бегать быстрее, бить быстрее и вообще быть круче. Потому что здесь у нас есть модификатор скорости. Он определяет, насколько быстро мы совершаем действия. Ну, это немножко не та скорость, которая была в Dungeon Crawl'е. Я все время что-то все сравниваю с Dungeon Crawl'ом, а дом... что Dungeon Crawl — это такая современная... Что там за занятие было? Ну-ка. Вы слышите какой-то сплэшинг... Сплэшинг, как это вот прям дословно-то перевести? О-о-о! Я убиваю блинкающую собаку, и, к сожалению, от нее не остается трупа. Печалька. И мы заходим в темную комнату. Я слышу какой-то кликающий звук. И healing skill increased by plus 5 to 97. О, как хорошо, что я хилинг не качал, он сам увеличился автоматически за счет того, что я его использовал. Мой скилл слуха увеличился на единичку до 28. Вот здесь вот так все в Адоме. Оно само качается потихонечку без вашего участия, но с другой стороны, вы можете сами вложить что-то в какой-то скилл. Да, если у меня видеокарта, эту игру не тянет, говорит Рэдди Вольф. Что делать? Вот Крайзис на ура, а тут не тянет. Стать тонким троллем, потому что это слишком толсто. Да, с ним бери Very Quick. Ролих и будет недовольна, говорит Shady Sans. Very Quick. Уже поздно. Всплеск, да-да-да. Это звук такого всплеска был тут где-то. Где-то есть вода. Возможно, здесь на самом деле воды-то особо и нету, но бывают места, где, например, там целые реки подземные текут какие-то к подземелью. Да, подземелье и подземная река — это вполне нормально. Шакал. Смерть шакалу. Хафлинг кейк. Пирог полуросликов. Где пол в комнате, говорит инфогнито. А там космос сразу.
ты отправляешься в открытый космос, вот когда находишься в этой комнате, перебираешься по этому открытому космосу, держась рукой за стену, и сразу же на пол встаешь. Но эта комната, это очень темная комната, здесь просто ничего не видно. Даже пола не видишь. Так. Hear a grinding sound in the distance. Сколько тут звуков различных, а? Что у нас тут? Золото. Золото — это хорошо. Но есть кобальда — это плохая идея, потому что можно заболеть. От мяса кобальда становится очень тяжело на животе, а потом начинается дизентерия. И вот видите, я уже жрать хочу, кстати. Может, Halfling Case съесть? Хорошая штука, говорят. Black Halfling. Кого-нибудь из них нужно убить обязательно. Так, чтобы остался труп. Локсворд нам не нужен. Это еще что такое? А, вот оно что. Здесь есть лужа. Коричневая лужа. А также маленькая дырочка, из которой вылезают муравьи. И, ну, это, в общем, муравейник. Дырка в муравейник. Ну что, будем пить из лужи, а? Нет, нас сначала поесть нужно. Пожрали. А если виден пол, значит, есть источник света, говорит Хемизулен. А какие источники в этом подземелье? Источники света, стены, наверное, сами светятся. Подземелье и стены помогают. ДРФ, сдуйте, потом запор, говорит Реджент. Лужа теперь звездочка? Нет, лужа теперь как буква О большая. А это кто такой? А, это муравей-воин. Что-то пытается выбраться из этой дырки. Это, наверное, королева какого муравьев. Убили одного. Следующий. Они на самом деле могут отравить нас. Но на самом деле это, как сказать, не страшно для тролля. Тролляка яд переживет. Не пей из лужи. Помнишь сказочку Great Legend? Ну, тут огромнейшее количество различных рандомных эффектов, которые могут произойти с нами, если мы выпьем из лужи. Ух ты, сколько муравьев, а. По-моему, они что-то замышляют. Мы их будем убивать за это. По-моему, муравей оставил труп. О, отлично. Какой-то Potion и Giant and Warrior Corpse. Так, труп подбираем. Если мы съедим этот труп, то у нас может повыситься резист к яду. Съедаем труп огромного муравья-воина. Отлично. Нас вырвало. Так. Положи камень на муравейник, говорит Веритас. Не, ну я хочу там всех убить. Например, твой прекрасный тролляка станет козленком, говорит Легенд. Ну да, возможно. Всякое бывает. До следующего 7 уровня нам 15 тысяч. Насколько я помню, надо, да, 15 тысяч. У нас уже 2 трети набрано. Эй, нас поцарапали. И хочется кушать. Какая печалька. Giant and Worker Cops. Давайте съедим. Опять меня вырвало. Да, жратвы надо больше. Надо больше кушать. Так. Я уж не помню, сколько там их вывести может отсюда. Ладно, неважно. Это переход вверх, а нам нужен вниз, да? Так. А вот и алтарь наш первый. Это алтарь серого гранитного камня. На этом алтаре можно приносить жертвы нейтральным божествам. Но нейтральные божества, они, как вы знаете, довольно-таки странные типа. Вот хаоситы, с ними все понятно. Они просто ненормальные психи. Lawful, то есть хорошие, положительные божества. Все с ними понятно. Они такие все из себя положительные святые. А нейтралы, не пойми что, что от них ждать. Кто они такие, откуда взялись, зачем. Возможно, варианты поросенком, ягненком, еще каким-нибудь рандомренком, говорит Руди Вольф, можно стать, если, естественно, выпить из
лужица. А знаете, что если выпить из лужицы, можно получить кучу положительных эффектов. Реально положительных. Женись, будьте жратвы целый погреб, говорит Legend. Да был еще на ком, я пока троллиху тут не встретил. Алтарь есть. Еда не проблема, говорит Суберг. The air of this room refreshes you and sharpens your spirits. Воздух в этой комнате очень освежает. Определенно какой-то освежитель используют. Вроде бы даже если выпить из лужи, шанс на джинны или что-то вроде того есть. Да-да-да-да, можно получить виш, то есть желание можно загадать. Я чувствую какую-то внезапную угрозу. Наверное, от того, что кушать захотелось. Бывает такое, вы хотите кушать, и вам кажется, что мир полон опасности. Эй, я теряю кровь. Нужно обязательно быстренько перевязаться. First aid на H у нас. Да, я позаботился о своих ранах и прекратил терять кровь. Отлично. И эта крыса, она оставила после себя очень такой неплохой паёк. Консольная игра Lost in Kylos, да, это игра на такой, знаешь, текстовой консоли. Отнюдь не на тех консолях, о которых можно подумать, зная о современных консольных играх. А можно несколько раз выпить из лужи или только один раз? Да, можно несколько выпить. Конечно. Убиваем гигантскую ящерицу. Еще какой-то пушин нашли. Окейшки. И что у нас тут? Эй, выход мне запилите отсюда. Где выход? Я хочу выход на следующий уровень. Давайте подумаем, где может быть выход. Так. Возможно, здесь есть проход дальше. Где-то в каком-то углу, наверное. Кушать хочется тем временем. Где он говорит, ну почему ты такой внезапный? Да какой есть. А жрать хочется все сильнее. Давайте пирог съедим. Он мне очень нравится. Нет, сначала рэшены. Пирожок на потом. Призрачная мышка. Как вы думаете, где здесь у нас выход дальше? Да. Вот влип так влип. Зеленые щеры какие-то поперли. Через кик лучше палиться. А здесь двери нету. Окейушки. Жрать-то как хочется. Да, тролль это ужасно. Всем привет, говорит Архангел. Привет и тебе. Настя, азякство в РПГ слабо постримить, типа мадов, говорит Радиволев. Да, слабо. Без стены ломай ноги. Окей. Хо-хо. Кого мы видим? Так, вот можно кого-то съесть? Да, можем съесть орка. Отлично. Блин, док ушел куда-то. Female Rattling. Здесь где-то должен быть выход. Ну, возможно, конечно, он еще и здесь, но здесь самое очевидное. Это прям напрашивается само так. Что такое железный рацион? Ну, это очень сильный такой. Стальной, я бы даже сказал. Ну, мне, конечно, железный. О, здесь. You really hot. Так. Подбираем косточки. Вот здесь вот находится выход. Да, нашли. Есть.
стены этой комнаты испещрены знаками огромнейшего количества битв. Большая часть комнаты очень сильно повреждена, написано. В этой комнате повышаются навыки бойцов, я насколько знаю. То тут, когда вы заходите в комнату и слышите какую-то, ну, точнее, видите какую-то надпись, то обычно дело в том, что... Так, Oscar Key у нас есть вообще. То обычно дело в том, что здесь какой-то модификатор есть или какая-то особенность в этой комнате, которую можно использовать. Я нифига не понимаю, говорит Лосен Кайлос. О, мы ближе... Мы придем по подземелью, который состоит из вот такой вот карты, где точками пола обозначен, а решетчиками стены. Я грязу вот эту собачку, значок собачки, которая, под которой курсор мигает, и занимаюсь тем, что передвигаюсь вот, вот эта стрелочка вправо, это спуск вниз. На следующий уровень. Уровень здесь у нас обозначен. Какая-то PC, это то ли Peaceful Cave, то ли Puppy Cave, как-то так, четвертый уровень ее. Вода на нижних уровнях подземелья, что-то нормально, говорит Совет. Да, бывает вода. О, you kick for a secret door. Окей, как удачно. Че, мне кажется, или слишком тихо? Куда музыка делалась? А, вот она, наконец-то. Что мы видим? Whistle, даже не помню, как переводится, ну и пофиг. А проклятый бинт, это нормально, говорит Совет? Да, конечно. Тут все может быть проклятым. И мало того, что проклятым, может быть еще и благословленным. И вещи, когда они благословлены, они гораздо круче становятся. Сколько же здесь секретных дверей, и все заперты, а? Подходи, не боись. Всем раздам. Убиваем зомбика. Попей из луж, говорит Архангел, обязательно когда-нибудь в другой раз только. Ну, карту-то я понял. Не главного героя. А что за буковки и значки типа бегают? Ну, что-то красненькое, значит, враждебное, это понятно. Здесь почти все враждебные. Мы сейчас находимся в подземелье, где очень много разных монстров. И здесь мы находимся по квесту. Вот если нажать Q, здесь описан список этих, как сказать, квестов, заданий, которые нам даны сейчас. И вот второе задание, это маленькая девушка в Сирине, в деревеньке Сирине, попросила нас найти ее собачку где-то там в подземелье. Мы сейчас в это подземелье отправились. Убиваем кобру, например. Буковками S обычно обозначаются либо пауки, либо змеи. То есть снейки, спайдеры. Сейдж. Темное что-то там. О, Dark Sage Cops. Съедим. Хо-хо-хо. У нас поднялся уровень нашей маны, точнее говоря, уровень ма, вот это вот характеристики, которая отвечает за нашу магию. Так, что у нас еще здесь есть? Leather Giddle. Так. Можем надеть ее. Их, точнее говоря. Минотавр в начальном подземелье, это нормально, говорит Совет? Это плохой знак. Это знак либо того, что ты что-то делаешь не так, либо того, что ты проклят, либо еще что-нибудь такое замечательное и положительное. Труп гиены, обязательно съедаем его. Поднимаем поушен какой-то неизвестный. Здесь поушены можно точно так же экспериментально дифференцировать, просто выпивая их. А можно по-другому поступать, можно использовать виски идентификации. И вот пить поушены именно в Адоме — это плохая идея. Какой-то короткий лук, но нам не нужен, забьем. Так. Сови говорит, лично я завалил этого минотавра, молодец. Да, если ты троллиху пропустил, правда что ли? Печаль. А как туда и собачка заблудилась, или она собачка стелс, говорит Руди Вольф. Ну, скоро вы увидите, что было с этой собачкой. И мы попадаем на уровень, очень открытый уровень. Так, какой-то квадратный ключ, давайте его подберем. Подождем, когда к нам подойдут, шурнут нас камень и умрут.
Это открытый уровень, это плохо. Хорошо, что у нас скорость есть хотя бы. Если что, мы от любого убежим. Ну, почти от любого. Сейджет мудрец. Тролль мудреца слопал, говорит Рихиву. Да, я слел. Причем темного мудреца. И если мы посмотрим лог, что там было-то у нас. Хит, ну, Dark Sage. Miss you, Mrs. Dark Sage. Consume Dark Sage Cops. You're done eating the Dark Sage Cops. Very dry stuff. Your eyes blue. Blue for a second. Also feel close to mana. Ну да, у нас, собственно, повысили характеристику мана только за это. Какой-то щит. Тролли не носят щиты. Cave Lion. Пещерный лев. Давайте встанем где-нибудь в такой проход, чтобы по одному убить. Убьем первого. А это кто у нас? Гоблин-берсеркер. Фуфло. Разделались. И съедаем его. Вот. Главный герой прям как Пэкман. Есть все, что движется. Вака-вака-вака, говорит Рофлкоптер. Да, в этой игре кушать нужно очень много. И обычно своих врагов есть, конечно же. Для меня слишком трэш, говорит Гуд. Гудбай, пишет. Ну и тебе до свидания. Скучать не будем, если что. В этой игре можно проиграть, говорит, спрашивает, точнее говоря, МТОР. Да, конечно, тут проиграть легче легкого, это очень хардкорная игра. А орда оборотней в начальном подземелье, это нормально, спрашивает Совет. Слушай, либо тебе очень сильно везет на разную гадость, которая появляется в подземелье в начальном, либо просто это действительно нормально. Fire Beetle, окей, съедаем. Внезапно я чувствую себя очень горячо. На самом деле, чем еще хороший дом, что очень многие вещи здесь происходят без вашего ведома. То есть я вот сейчас, может быть, получил резист к файру, но просто даже не знаю этого. И нужно знать, какие здесь... Так, а это кто такой? Доппельгенгер? Двойник? Ну, им плевать на нас, кстати говоря. За это он и поплатился. Отлично. Очень горячий тонкий тролль, говорит Совет. Да уж. Сколько у нас там экспириенса? Тысячу, где-то так, 200 осталось до следующего левела. Перерабатываем всех. Что-то лихо Доппель спекся, говорит, имодиум. Да, да вообще ему повезло. На самом деле он просто не замечал нас, поэтому мы его критом бах сразу в бошку и отправили куда подальше. Так, что у нас тут есть? Копье и Bright Potion. Какой-то яркий Potion. Давайте его возьмем, а на копье забьем. А что за ящерица кармы, говорит Совет. Когда убиваешь ее, то пишешь, что ты понял, типа не следовало этого делать. А ты после этого, по-моему, думать становишься обреченным. То есть это очень неприятный модификатор, который резко меняет вообще игру и заставляет тебя страдать. Кармик лизардов лучше, да, лучше от них бежать куда подальше. А вот и Минотавр, кстати говоря. Он выглядит вот так вот. Это Минотавр. Ему совершенно плевать на нас. И выглядит он довольно опытным. Наверное, это тот самый Минотавр, который был... в Dungeon Crawl'е. Нет, это не тот Минотавр, вы шутите. Тот Минотавр троллей просто так на ужин ел. И на обед, и вообще ел их. Съедаем гоблина. Да, продолжим. Это был Кармик Лизард! Только что мы о нем говорили, и все, тут же. Когда Кармик Лизард появился, он был красным. И я не заметил, что меняет цвет. А его можно определить, потому что он цвет меняет. Стример проходил весь аддон. Да, было как-то. Но проходил самым простым прохождением. Без, ну, причем с попытки сототысячный какой-то. Кое-как прошел. Но был так давно. Ох. Не, ну какого фига здесь Кармик Лизард делает? Да пошел ты вот. Да сдохни ты. Да, мы его убиваем. А что Кармик Лизард дает? А давайте вспомним точно. Кармик Лизард Адом. Кармик Кричес. Адом Вики. Окей.
Существует несколько существ в доме. Так, атакуй которых мели, у нас есть шанс того, что мы получим что-то одно из следующего. У нас убирается Fate Smile, улыбка судьбы, убирается удача, дается проклятие и дается обреченность. Only the first available of this happens. Ну, так как у нас, скорее всего, Fate Smile не было и лака не было, у нас теперь есть Curse и Doom. Я вас поздравляю. Игра нас будет пытаться убить теперь всеми возможными способами. Просто чисто по фану. А думки от кармической ящерицы проходят со временем? Нет, если только их самому снимать через, по-моему, обращение к божеству как-то можно. Я уже не помню, честно говоря. Какие хорошие ящерицы, говорит Совет. Да, у нас теперь будет вообще все замечательно. Теперь наша жизнь будет полна приключений. С нами будут происходить самые страшные вещи. Будут спавниться злые монстры, будут происходить критические промахи. В общем, не буду перечислять все, потому что я даже не помню, что это может быть. Хотел бы ты постримить Warcraft 2, спрашивает Legend. Warcraft 2? Ну, когда-то, вообще давным-давно я в него с удовольствием играл. Это была игрушка, которая произвела на меня неизгладимое впечатление в детстве, в глубоком детстве далеком. Но стримить ее или нет, ну, по крайней мере, сейчас, наверное, нет, не хотелось бы. Find Weakness. Теперь я понимаю, почему встречал только столько гадостей подземелья, так как убил две ящерицы, говорит Софит. Но не всякую ящерицу, именно кармическую нужно убить. Чем быстрее убьют, тем ближе Арканум, говорит. Радуйтесь, тролли, пишет Розивольф. Нет, на самом деле Арканум и Адом могут существовать параллельно. Одно другому не мешает. Так, ха-ха-ха. Гербализм, да. Атлетику. Нужно ли качать атлетику? Наверное, пока нет. Концентрация. First aid. Food preservation. Да, хорошая штука food preservation. Нам понадобится. Вот теперь из лужи не опасно пить. Инфа 100%, говорит Суберг. Нет, как раз теперь из лужи будут идти все самые дрянные и мерзкие вещи, которые только могут быть вообще. Вот, например, меня сейчас критическим ударом вполне ударили. Ну, чисто так, просто, по приколу. Будет три прохождения параллельно, говорит Инфогнито. Я не знаю, как посмотрим. Ну, точнее, как получится, посмотрим. Можно вылечить Дум. Да я знаю, что можно вылечить. Тут все можно вылечить. Только я уже не помню, как. Ха-ха. Ну, естественно, вспомню, разберусь. Мы это сделаем, если доживем. Конечно, до того момента, когда... Куда делся? Это что у нас, глаз какой-то? Да. Летающий глаз. О, я парализован. Окей. Rattling Dancer disarms you. Меня обезоружили. Так, открываем инвентарь, берем в правую руку обратно нашу большую тяжелую дубинку. Ха-ха, нас опять разоружили. А если кулаками тебя? Нет, уж лучше взять дубинку. И я еще начинаю терять кровь. Хе-хе, тянет летающий глаз на летающую задницу, говорит Эмойзом, уже сделано. Будешь проходить арканом гномом-техником, человеком-техником, гномом проходить, не знаю, наверное, это кажется хорошей идеей, но не обязательно самое лучшее. Всем привет, пишет Делик 12, здравствуй. Сначала не понял нифига, поиграл, понравилось, пишет Legend Exitium, насчет чего там? Угу. Мне он не понравился. А чем там интересном таком? А, про Fallout Tactics, по-моему, да? Fallout Tactics нас ждет завтра, кстати говоря. Опять меня разоружили.
Опять вся серия кровь. Что же творится вообще, а? Не, ну вы видели? Я, пожалуй, пойду отсюда, буду по одному их бить. У нас есть еще одна дубинка, насколько я помню, да? Stone Club, да. Одноручное оружие. Я пока держу в руках дубинку, да? Опять критический удар по мне. Опять меня разоружили. Да, вот-вот что значит Doom. Разоружить тролля вообще никаких проблем. А, мы в Арканум, пишет Legend. Ваш капитан очевидность. Окей. В студию Арканум будет Арканум скоро уже. Скоро прям. Наконец-то уже он, можно сказать, в двух шагах от нас. Эх, а просто спамеров банит медленнее, чем с... Кример постеров, говорит Имодиум. Опять меня разоружили, да что ж такое творится? Загнали тролля в угол, вы понимаете? Загнанный в угол тролля — это ужасно. Ноу, я не хочу умирать. Дом, значит, время умирать, пишет Веритас. Ну кулаками тебе. Кулаками, к сожалению, не получается. Нужно взять в руки дубинку. Тридцать четыре уже хитпоинта. Вот это беда. 22 хитпоинта. По-моему, пора пить. 3 поушен экстра хилинга. Берем, пьем один. О! Он паникует. Иди сюда, дорогой. По-моему, он понял, что дело запахло керосином. Или чем еще покруче. Ну все, дорогуша. Теперь ты от меня не уйдешь, пока ты от меня убегаешь, и хитпоинт это регеню, а? Все. Есть! И мы убиваем его! Да! Затащил. Сейчас кто-то станет стичем, говорит инфогнито. Нет, у нас все отлично. Что там за сообщение было? А, скилл наш слушание увеличивается, окей. Вообще арканом, как только так сразу, говорит Legend. Конечно, конечно, но в пределах недели, не дольше. Что перед тем, как арканом начать стримить, мне нужно самому в него немножко поиграть, понять, насколько действительно нужно качать ту или иную те или иные скиллы, что и как проходить. Сейчас все начали паниковать, когда я начинаю их бить. Так, бандитов труп съедаем. Труп крысы-оборотня съедаем. А что там за сообщение было? Ха-ха-ха, я заболел. Съел что-то не то. Зря. Вот не надо прежде немножко поиграть, говорит Розивольф. Давай с налетом. Вот от души в Арканум. Прямо сейчас, сегодня.
Какое предложение, а? Заманчивое. Настя, не торопись. Подготовительные стримы всегда интереснее смотреть, чем а что это такое. А подготовленные, точнее говоря, стримы. Наша дистанция, ты прав, на самом деле это гораздо лучше. А ты ни разу не играл в Арканум, говорит Дев? Конечно же, играл. Проходил его, но было это довольно давно. По-моему, скоро я умру. Потому что заболел я по полной. Вот что теперь делать, а? Да, у нас понос, мы с кровью, в общем, он идет. Значит, до встречи с моим отравленным персонажем, говорит Совет. А, крысоборотни, да, Very Red, я съел, это была плохая идея. Убираешь все, что плохо лежит с полу. Если мы сейчас не выздоровеем, нам кирдык. Я, наверное, здесь постою немножко. Упс, и мы умерли. Просто от того, что заболели. А лечить было нечем. Итак, наш тролль под именем Тролло сдох. Ну, бывает такое. Первый персонаж, он всегда обычно заканчивает тем, что быстренько откидывает ласты. Наша мана была увеличена на 4 во время наших путешествий. Сила повысилась на 1. Ученость на 2. Сила воли упала на 4, наш бездный и безвольный тролль. Мы закончили свою жизнь на 4 уровне опасной пещерки в Дарколорском проходе. 235 монстров сдохло от наших атак. Тебя мечник убил, говорит Веритас. Мечник? Хо-хо-хо-хо-хо. Что-то зря я, видимо, зажал кнопочку отдыха. Хиллер умер от болезни. Доктор, блин, говорит Хайвард. Так и бывает обычно. Это как сапожник без сапог. Доктор не смог себя вылечить. Дайс, давай хоббита рогу возьмем. Нет, ничего подобного. Возьмем того, какой месяц с генерем. Человек-некроман, дай сдавай хоббита рогу, опять пишет мне Эндрю. Да читал я твой комментарий. Как только я заболел, говорит Совит, я начал молиться, и меня 2 раза вылечили, а на 3-й раз бог разозлился, я все-таки помер. Ну, у нас отношения с богом вообще никакие. Мы про него не знаем, он про нас не знает, поэтому мы просто сдохли. Ого, замага какого-нибудь. Да, замага было бы интересно. Дай сдавай хоббита рогу, возьмем, пишет Эндрю. Эндрю, ты спамер. Тебе нужно держать себя в руках, вот. Тролли хиллера затроллил болезнь. Да, ну мы сейчас посмотрим, какие у нас были модификаторы. Хотите увидеть последние сообщения? Да, пожалуйста. Сворцман. Нас убил Сворцман, да. А я совсем как дурак зажал кнопку. Решил подождать, пройдет ли болезнь. Нет, и... Ну, complete map. Это нас не интересует. Что у нас было в инвентаре? Вот. У нас был очень неплохой щит. Средненький щит. Так. А где у нас наша дубинка была? Она что, опять улетела в неизвестном направлении? Угу. Вот у нас был... такой набор айтемов. Potion экстра хилинга. Potionы здоровья. Красоты. Бухло даже. Немножко морковного сока было. Scroll of Balance, Halfling Cake. 852 золотых, эх. Тролляк-тролляка. Так, а что у нас тут? Давайте запустим Адом заново. А зачем он вышел-то вообще? Это Лола. Вот, теперь нормально все. Проклятый пушин, это как? Который горло прирастает, говорит Эмодиум. Нет, когда вы выпиваете, вот, скорее всего, получите обратный эффект. То есть вы пьете пушин хилинга, а он вас либо почти не хилит, либо, наоборот, там хитпоинтов снимает. Ну, это я в данном случае насчет пушина хилинга фантазирую, но общее правило где-то так вот выглядит. А дом тоже хочет арканом. Ну уж. Уж. Так. Generate new character. Жмем G. И мы родились вместе в месяц дракона. Ferocity, Combat, Might, Rulership, Anger, Magic, Combat Magic.
этот месяц благоволит различным бойцам, которые, возможно, даже пользуются немножко заклинаниями. А Пушин Яда Проклятый что делает? Или тут нет таких, говорит His Shadow? Он тебя так отравил, что ты после этого ни в жизни не выздоровеешь. А что за Арканум, говорит Совет? Ну, это замечательная игрушка. Возможно, даже я покажу какой-нибудь вступительный ролик так для затравочки. Да, если нужен яркий персонаж, чтобы фантазии заиграл, говорит Эндрю. Ну, как тролль, тонкий тролль наш, он, к сожалению, оказался довольно-таки недолго живущим. Плюс 10. А, я совсем забыл, что здесь тактика есть еще. Вот. Вот сколько всего в Адоме есть, про что забываешь. Здесь есть настройки тактики. Можно бить в берсерке, просто банально плевая на защиту и тупо дамаг выдавая. А можно бить, например, там в защитной какой-нибудь стойке, когда вы стоите, прикрывшись щитом, и боитесь меч высунуть. Эльф-ассасин. Нет, вот этот месяц для эльф-ассасина вообще не в тему. Два к силе, к тафнесу. Cost to increase weapon skills, reduced combat, magic chip and power points. Окей. Star Sights, давайте прямо откроем какой-нибудь... Какой-нибудь мануал хочу. Ну и пофиг, в общем, сейчас что-нибудь выберем. За человека паладин, кстати, да. Вот паладин с Combat Magic, это, кстати, хорошая идея. Совет, молодец, придумал. А? Ты пройдешь Адом, да, Legend? Обязательно, мы должны пройти Адом. Пока не пройдем, ни в коем случае эту игру не бросим. Нитхахи больше фишек, он планируется, говорит, некая Миха Реймы. Ну, Нитхак вряд ли, потому что, честно говоря, Нитхак, он хоть может хороший РПГ, как Урагалик, ну, наверное, не самый лучший, вот лично на мой взгляд. Мне почему-то больше нравятся некоторые другие игры. За тролля Бисфайтера лучше, он крут, говорит Андед. Нет, тролля больше не будет в ближайшее время. Ладно, специфик характер, это будет мужик. Мужик, может быть, гнома, дварфа взять, хафлинга, орка, дракеллинга. Дракеллинг, кстати, хорошая идея, а? Да, про катаклизм я слышал. Про катаклизм этот рогалик я знаю. Так. Хуманы, они, как сказать, они во всем почти что одинаковые. Да, дракеллинг — это хорошая идея. Дракеллинги могут плеваться кислотой, насколько я помню, или нет. Или я что-то путаю. Надо сейчас открыть домский гайдбук и почитать про расы. Потому что их столько, они такие классные. Вот, например, информация про расы и прочую остальную фигню. Я думаю, вам видно. Дракеллинги не умеют читать. О-ха-ха. Alertness with preservation music. Music — это совершенно не то, что нам нужно. Humanness with preservation начинает. Полная чушь. Паладина начинает с литераси, стелфом, свиммингом. То есть литераси, то есть умение читать, будет у паладина уже изначально. И, возможно, у нас будет концентрейшн. Атлетик, додж. Да, давайте возьмем дракеллинга. Дракеллинг паладина, а? Как вам? Не знаю вообще, насколько это хорошая идея, но почему-то мне хочется это сделать. Джей. Би. Мы родились мужиком дракеллингом. You're bald and have light blue eyes and light green complexion. В общем, мы зеленые ящерицу. Наш папочка является мастером гильдии. Наша семья в целом довольно-таки богатая и хорошо известная в нашем родном городе. В моем детстве меня, в общем, как сказать, тортуры, как правильно перенести-то. В общем, злые родители мною...
в общем, были недовольны. Они меня, можно сказать, даже ненавидели. В моей молодости я очень много работал, чтобы тоже стать богатым и известным. И в результате у меня было очень мало времени, чтобы играть с другими детьми моего возраста. Когда я вырос, то я покинул дом, потому что у меня были проблемы с моими родителями. Они были против моих планов на будущее и не понимали совершенно моих желаний. Таким образом, я решил, что буду жить сам. Я путешествовал по стране, точнее говоря, очень много путешествовал в течение многих лет, вырос, стал мудрым, много чего выучил такого полезного в жизни. И в возрасте 24 лет, когда я стал уже взрослым, умным, умудренным, седым дракелингом, родители садисты пишет Legend. Артур Пытка. Родители пытали меня? Ничего себе, паладин, которого в детстве пытали, представляете? На основе детской травмы старый у него сформировался комплекс, и теперь он хочет, чтобы везде был мир, спокойствие и любовь. Но вместо этого он всех режет, убивает и пытает сам. Ну, естественно, из благих целей и побуждений. Здравствуй, Кион. Привет тебе тоже. Тортурили, пытали, да, просто жуткие родители, которые нас замучили до того, что мы стали паладином. И в возрасте 20 лет я теперь полностью обычный паладин, вот так вот. Рандомные атрибуты, что мы берем? Башер. Броллер, Диви, Харизма, Декста, Мана, Экспа. Тут есть на самом деле очень классные, хорошие перки, ну таланты, точнее говоря, которые требуют определенных реквизитов, то есть они требуют другие таланты, чтобы были взяты. Так. Давайте возьмем Alert Perception. Это позволит нам взять Treasure Hunter со временем. Treasure Hunter — хорошая штука, которая позволяет кучу айтемов найти. Да, сможешь считать меня кем хочешь, но теперь я понял, что в играх графика тебе не нужна, говорит Ради Вольф. А, такие нужна, ну хоть какая-нибудь. Так есть здесь же графика. Это псевдо-графика символьная, все отлично. Берем двуручные мечи, ладно, говорит Совет. Харизм бери, ты же палач. Но на самом деле харизма, не знаю, насколько здесь нужна, но вот в ДНД, я помню, мне очень нравилось бить с помощью харизмы. Там можно выбрать возможность в 4-й, по крайней мере, ДНДшке. Брать... харизм как модификатор для дамага и тухита. Очень забавно. What's your name? Так. Сейчас мы придумаем хорошее имя, очень хорошее. Да, назовем его Зелтом Фанатиком. Будет у нас паладин фанатик. Упс, что это такое? Зелт. Что у нас есть с собой? Давайте посмотрим. На нас надет металлический шлем, у нас есть кольчужка, в руках скимитар и среднего уровня щит, среднего размера, точнее говоря. У нас есть короткий меч, копье, мифриловая дубинка, не слабо, да? Священный символ, немножко хавки и всего-то 54 золота. Что мы умеем? Давайте посмотрим. Ага, это нельзя сделать. Так, а что еще можем посмотреть? Мы можем посмотреть наши навыки. Да, у нас есть концентрация. Отлично. У нас есть литераси. Мы можем учить заклинания. У нас есть концентрация. То есть паладин сможет кастовать. Это хорошо. Мифрил понерфлен тут, говорит Кион. А кто у нас божество? Давайте проверим. Так. Наше божество, Дейти, это Исрихт. Некто Исрихт. Ну, что бы это ни значило, правильно? Мы родились на 173-й день, месяц с драконом. Сейчас у нас 4-й месяц единорога. Сейчас находится... Сейчас Dark Knight, темная ночь. Первый день...
91-й день. А, что бы это ни значило. Главное, нам 24 года, мы молоды и способны на все. Вот так вот. Ты же вырос в богатой семье, говорит Легенд. Вот тебе на халяву попала мифриловская дубинка. Ага. Вроде Палыч ничего не умеет на первом уровне, хотя хз, говорит Анзет. Там с каждым уровнем, ну точнее не с каждым, с каждым определенным уровнем можно получать определенные... Так. Хилинг, хилинг, хилинг. У нас есть хилинг, нам не нужно брать квест у старейшины, хорошо. Можем сейчас отправиться в папе кейв, да, да. Мы можем сейчас с собачкой быстренько решить вопрос. Для этого можем найти быстренько, сразу же, девочку. Спросить у нее: эй, девочка, хочешь, спрошу собачку? И Музим говорит: спасай, да-да-да, у нас сейчас нейтральное состояние, но мы должны стать лоуфулом обязательно, поэтому нужно девочку найти. А вот шериф, кстати, возьмем сразу квест у него. Кранача обязательно отправим отдыхать. Берем квест друида. Да что же он-то какой, а? Смотрите, скользкий тип уплывает от нас. По квесту друида нам дадут немножко книжек. Ну, точнее говоря, дадут книжку и ванду, насколько я помню. На 50, сколько там у нас золотых? 54. Мы можем купить, на, если бы по 27, да, 2 ларджрейшена. Купили, оплатили, уходим, ищем девочку. Tiny Girl нам нужна. Иди в санитар, а в Синистер, как я с интролем, говорит Андет. Сев пишет: только хардкор или втихаря дом дат для сейва копируешь? Ну, на самом деле только хардкор, как вы видите, на каждом стриме у нас, если персонаж отправляется куда подальше, то назад не возвращается. Кстати, дракончик почему с собой не берешь, говорит Хайвард, не знаю, как-то так. А как посмотреть подробную инфу персонажа? А то что-то собачка не работает. С шифтом собачку нажимаю, то есть двоечку с шифтом, и у меня показывает инфу о персонаже. Не знаю, в чем дело, почему у тебя не работает. А, вот и Tiny Girl. Видел мою собачку. Да, скоро мы ее увидим. И отправляемся на поиски. Small Cave как раз на... По-моему, это она, да. Именно эта пещерка. Она сейчас первый уровень. Вообще, на самом деле, квест не из легких. О, лужица. Белая лужица. И даже какое-то ожерелье. Все, писец собачки, говорит Эндрю. Забьет кнутом, куда же засунет. О, какие фантазии. Потом съешь темного друида. Обязательно. И мы находим магазин, в котором продают свитки. Посмотрите, мы сразу сейчас узнаем, что из себя представляют все эти свитки. То есть нам сейчас ничего не надо здесь покупать, но это просто шикарно. Свитки, которые мы будем находить далее, они будут нам известны, потому что мы уже в магазине узнали. То есть мы сейчас подходим, говорим: эй, мужик, а что это такое? Он говорит: а это свиток увеличения милишного дамага. Мы говорим: а, о, круто, 579 золотых, зайду обязательно назад, вернусь. ОМГ, сколько свитков. То, что мы теперь знаем свитки, это хорошо. Монахом? Не, не, паладином. Бей торговца. К сожалению, это не вариант. Так, что там было-то? А может, ну все нафиг, податься в хаосике, говорит Эмодиум. Действительно, паладин хаосик. Как это мило. На самом деле, может, что-то в руки взять другое. Вот у нас что сейчас взято? Скиметар, 1d8. А есть у нас еще вот спир, копье. Один модификатор. 1d8 плюс 1, неплохо. Мифрил Мейс, кстати, тоже ничего. Копье в одной руке мы сможем держать? Да, сможем. Возьмем копье, наверное. Нравится мне копия.
Но вниз не пойдем, нет. Нам нужно вспомнить сейчас какой день. Сейчас еще 15 часов только прошло. А у нас в запасе 4 дня всего. То есть если за 4 дня мы не найдем собачку, то все, в общем. И дверку найти я не могу. Печалька. И ключа нету. Вообще беда. Дайс, это замечательная идея. Подайся в полной хаосике. Перенеси от подземелья, стань властелин плоти каждого встречного. Ой, ужас. Что за фантазия у вас? Что у нас тут есть? Кнут. Ну, кнут это неинтересно. Вообще, по-хорошему, нам нужно наше оружие кому-нибудь продать, потому что такое количество оружия таскать совершенно бессмысленно. Сейчас у нас сколько здесь? 1258 стоунов из 200, точнее, 2475, половина уже груза где-то. Сейтак идентификация. Отлично. Кнут забери, говорит Legend. Зачем? Лук, стрелы, камни. Не интересует. Водой можно продавать? Да, можно продавать вполне. Лежин говорит, ты же печаль. Что не так? Ага, муравей. Вот муравей это плохо. Потому что муравьи, они довольно-таки опасные здесь. Муравьи-варьер вдвойне проблема. Сколько у нас там экспириенса до следующего уровня? Вот. Эй! Палач, говорит Legend. А, неправильно прочитал. Принципиально не пьешь из лож, говорит Сев. Ну так опасно же, опасно. Точно-точно. Go в хаос, собаку на шаурму. Девку проститутки, улыбочку ножиком. Ох, эмозио. Лужа это хорошо, но слишком уж редко звучит фраза What do you wish for? Да, это очень хорошая фраза. Паладин довольно жирный, не думаешь, тебя муравьи убьет. Так у нас первый левел сейчас. Вот здесь мы не имеем никаких подсказок о том, сколько здоровья у каждого из врагов. Мы можем это узнать только по надписям. То есть you hit the giant wound wearer and moderately wound it. Это значит, что у нас уже средние повреждения ему нанесены. А тем временем второй антварьер появляется. Я, наверное, сваливаю наверх. С этим другом. Да. И мы второй уровень получаем. Отлично. Что мы качаем? Атлетику. Хилинг. Хилинг нужен в первую очередь, конечно же, да. Ай, есть. Атлетику, да, атлетику нужно прокачать обязательно. Это очень хорошая штука. Додж, да, додж надо обязательно. Додж нам нужен. И четвертый есть навык. Концентрацию, литераси. Литераси на самом деле хорошая штука, но мы ее чуть позже качнем. Концентрация. Пока Legend. Мьюзик. Нет уж, мьюзик это слишком. Так, так, так. Давайте концентрацию начнем качать пока что. Ух, как. У нас здесь есть труп. Съедим его.
Спускаемся ниже. Видим муравья. Бьем его. У нас уже второй уровень. Это круче. Пора подняться отсюда назад. Мы, кстати, регением даже быстрее, чем он нам пытается хоть какой-то урон нанести. Но вот это довольно опасная штука. Потому что как нанесет какой-нибудь критический удар, и все. Паладин взрыватель в комнате во имя Бога Матерь. Ломатерь-порубатель. Включи берсерк-тактику. А, да, кстати. Нет, насчет берсерк-тактики у нас есть несколько тактик. Можем берсерк включить. Плюс к хитам, к повреждению, но ДВ резко падает. Агрессивную, very aggressive, normal. Вот я думаю просто агрессив включить. Потому что у нас, кстати, как у паладина, есть бонусы к тактике. Но включать уж совсем берсерк — это плохая идея, потому что нас могут и продамажить еще не слабо. Спускаемся. Полярма поднялись до левела 2. Отлично. Забудь про собачку и рецев. Профсоюз насекомых против. Да, какие-то они такие. Больно, ребята. Потные. Но регенерим мы явно быстрее. Давайте просто не просто агрессив, а very aggressive включим. В конце концов, он-то по нам не попадает. О, отлично, уничтожили. Congratulations, you advanced to level 3. Отлично. Третий уровень получили как раз за него. Толстые ребята, толстые. Ничего не скажешь. Вот у нас какие модификаторы, вы только посмотрите. 4D5. Это значит от 4 до... А, нет. Да, 4d5, это значит, что от 4 до 20 мы получаем при броске. 39 плюс 20 — это 59. Ну, довольно-таки, возможно, большое такое. Как бы это правильно-то выразиться? Излишняя прокачка, возможно. Додж тоже. Хилинг. Ну, хилинг можно качнуть без проблем вообще. Да. Покажи таблицу оружейных скиллов на стрим, говорит Хрмр. А таблицу игровую именно? Я, честно говоря, не помню, какой там клавиши. Но сейчас посмотрим, найдем обязательно. Так, атлетику. Ну да, атлетику надо качнуть, обязательно качнуть. Концентрейшн качать смысла мало. Литераси. Ну ладно, пусть будет литераси. Окей, уговорили просто. Хаглинг. Это, по-моему, как раз торговля вот. Вроде бы. Food Preservation тоже неплохо. И мы выбираем талант. Treasure Hunter. Вот ради этого я качал другие характеристики. Отлично. За император, говорит, и модим. Ой, что это там, муравьи? Знаете, я тут это пойду, что ли? Действительно, Дася, как ты к серии Baldur's Gate относишься? Кстати, а ВКонтакте ты есть? Ну, к серии Baldur's Gate я отношусь очень положительно. Хорошая штука. Правда, как-то так не сложилось у нас. Ну и... А вот у муравьев, по-моему, вообще наглость кончилась. Слушайте, они нас не пробивают. Поехали в Берсерк. Но спускаться нужно обязательно в Коварде. Вниз. Вот. И путешествовать в Ковороде. Хорошая идея. А как этот второй экранчик, который после прокачки навыков вызвать, говорит Совет? А, с талантами, но он автоматически появляется раз в несколько уровней. First Aid — активная билка. Да, это активная билка. Каждый раз, когда вы получаете урон, то вы можете воспользоваться ей. Прямо именно в этот момент. А на следующий ход она будет уже почти бесполезна. С помощью нее также можно кровотечение останавливать и прочую ерунду.
Уже четвертый уровень, знаете, вот это опасно. Мы можем Кранач пропустить. А Кранач это не так себе, это целых три штуки золотых. Ctrl-V нажми. Отлично. Закрой дыру чем-то. Да ладно, же экспириенс. А набить 9 уровень на ордах шакалов и волков, и ничего не появлялось, говорит Совет. Когда качаешь дефенс, у тебя навык щита быстро растет, говорит Андет. А, ну, кстати, хорошая идея. Алертнес. Ну, вообще, на самом деле, он не нужен нам. Алертнес. Атлетику качать бесполезно. Климбинг можно с прицелом на какое-то далекое-далекое будущее качнуть. Додж, вот, додж обязательно качаем. Хилинг, не знаю, хилинг можно, конечно, качнуть, но, видите, даже никаких проблем. Прокачалось меньше, чем мы могли бы где-то вложить максимум. Тут презервейшн тоже. First aid вообще, на самом деле, штука такая сомнительная, если есть хилинг. Концентрейшн. Давайте концентрейшн возьмем. И последнее, что мы можем качнуть. Атлетику не можем. Свиминг, да, свиминг плавание очень хорошая вещь. Что у нас здесь? О, так, не то я нажал. Счастливый пирожок, точнее говоря, счастливая печенька. Очень хорошая штука. Когда вы ее съедаете, то вам дают рандомное какое-то напутствие такое. Спускаемся ниже, нужно быстрее найти собачку уже. Тайник, окей, окей. Концентрацию, да, концентрацию уже качнули. У тебя же full plate будет, сможешь плавать, так говорит Андет. Ну, буду снимать, конечно, перед плаванием, а что? А при каком уровне плавания безопасно бежать плавать, говорит Совет. Ну, престольники где-то так. И это не шутка, между прочим. То, что плавать, это всегда опасно. Ой, кого-то случайно убили. Ну, бывает, бывает. С кем не случается. Лонгстрим будет. Ну, как сказать. Еще часик, наверное, где-то. Постримим. Даже в ковроде с одного удара. Это хорошо. Что у нас тут? Свиток идентификации. Вкусное жирное мясо. Вы чувствуете какое-то чувство угрозы какой-то появляется. Вообще хорошо, что я свитки нашел. Вот этот вот магазин со свитками, он просто шикарен. Идем ниже. Что у нас с экспириенсом? Все вроде бы нормально. Кого случайно убил, это оказался Карма Лизард, говорит Совет. Бывает такое, да. Что происходит, спрашивает Альтея. Происходит следующее. Мы находимся в подземелье сейчас. И вот этот значок желтая собачка, это мы. Это Дракеллинг Паладин. Health increases. You feel good about your perception potential. У нас перцепшн увеличился и хитпоинты. Очень хорошо. Вот. И мы сейчас находимся, за заданием. Пошли сюда. У нас три задания. Одно из них дано маленькой девочкой в деревеньке Теринью, где девочка просила нас, чтобы мы нашли ее собачку вот в этом подземелье. А что у нас за армор? У нас scale mail, а тут кожаная броня, которая нам не нужна. И я ищу спуск вниз. Худ, накидка. Отлично, надеваем. Это на что у нас одевается? Видимо, это на тело надевается. Чипер говорит, это игра? Да, это игра, конечно же. Ну, если мы стримим в фан-стримах, то, конечно же, это игра. Здравствуй, SlurGG. Да, если ты за Барда играл? Нет, за Барда не играл. Как-то не сложилось, что ли. А, это накидка на голову. Тем более выбросить надо. Так, дроп. А, худ. Отлично. Мне нужен спуск ниже и быстрее.
Серп лежит какой-то там. И Модим пишет: маленькая девочка помыкает взрослым паладинам, задания раздает. Совсем уже молодежь старших не уважает. Да, согласен, ужас какой-то. Где можно разжиться, такой, говорит Альтея. Есть сайт Adon.dn. Вот на этом сайте, который выглядит очень-очень неказистым на самом деле, здесь находится, во-первых, блог замечательного человека по имени Томас Бископ, который является автором бессмертного произведения под названием «Адон», в котором мы играем. Это произведение недавно начало заново оживать, и продолжилась разработка. Появилась превьюшка версии 1.2. Также есть форумы, обсуждения, вообще все замечательно. Это хоть, конечно, и не какой-нибудь супер-мега-навороченный Skyrim, но игрушка стоит того, потому что возможности здесь тьма, сложность у нее очень высокая. А интерес во многом определяется ее литературностью, сложным и крайне увлекательным миром. Сделаешь квест, девочка подождет еще лет 10 и женишься на ней, говорит Макторлага. А зачем ждать-то? Ну, это так, в рамках толстого троллинга паладиньего. Спас девочку и женился на ней. А дом круче Диабло, говорит Хермор. А то, конечно. Несмотря на то, что у тролля куча несчастных, начальных статов, он качается как слупу, говорит Андед. Ну, это печально. Хорошо, что я в коврозе ходил. И наковал рейдера. Здесь какой-то короткий меч, который мы пропускаем. Кого мы видим? Это у нас Сворсман. Давайте просто агрессив рубим. Убьем его за два хода, как-то немножко по сейфовей. Я все-таки хочу верить, что это Diablo 4, говорит Чипер. На самом деле Diablo, она пошла из подобных игр. Из Rogue-like игр. Какая-то ванда. Ларжейшн, отлично. Роба, окей. Деньжатки. Все пригодится в хозяйстве. Гиена. Гиена с деньгами. Вы представляете, какая продвинутая гиена? У нее были деньги. Левел 5. Опасно, очень опасно. Потому что на левеле 6, когда у нас будет 6 левел, мы не сможем больше найти Кронача. Я помню, моего человека солдатом бог не делил, а наделил небесной магией, говорит Совет. Забавно. Музыка нет, музыка не игровая. Музыки в игре нету, я просто радио Нирвану включил. Так, ну собачка наверняка уже умерла, говорит Хайвард. Неправда. Я верю в собачку. Собачка тащит. Доджик, доджик, доджик. Будем ли доджик качать? Да, будем. Чем не качнуть? Хилинг. Да, хилинг на 5 максимум качнем. Ну ладно, качнем. Так что еще есть из хороших скиллов, таких прям, чтобы мы на сотенку прокачать сразу. Свиминг не в тему, стелф, литераси. Да, литераси качнем. Станем очень литературным человеком. И нужно успеть найти собачку, вывести ее из подземелья до того, как у нас будет 6 левел. От нас отстали. Но нас забили. Книжный черт 85 уровня, пишет Рофлкоптер. 85 это уже... Это уже не модно. Что мы там слышим? Давайте почитаем. Ripping Sound. Скорее всего, там кто-то паутину свою расплетает. Упс, зомбики. Книга, мы нашли книгу, господа.
У нас есть первая книга, которую мы можем попробовать заучить. А? Каково? Наш паладин не зря пошел в подземелье. Читаем Ларш Том. К сожалению, мы слишком тупы для того, чтобы понять, что в этом томе написано. Вот так вот. Хо-хо-хо-хо-хо. Бедняга паладин оказался слишком тупым. Четыре тысячи до шестого уровня. Ну, я, наверное, пожертвую Кронащем даже по такому случаю. Литераси надо качать, говорит Хромор. Да, конечно, качаем. А можно как-нибудь переходить через неагрессивных существ без атаки, говорит Совет. Да, как-то можно. Есть книга, есть ходкей, который позволяет поменяться местами с другим существом. Еще одно копье. Отлично. Какой-то неизвестный свиток даже мы нашли. Представляете? Даже такое бывает. Всех переработали, скоро у нас будет шестой уровень, и чувствую, Кронач нам и в этот раз не светит. На самом деле, вот ту ошибку, которую совершают многие путешественники по подземелью, они пытаются поймать Кронач любой ценой. Типа, 3000 золота, это круто. Да нифига подобного. 3000 золота никуда не убегут. Вы их нафармите, рано или поздно. Форма карты Лоло, говорит Андед. Ну, да, есть что-то такое. Shift плюс вопрос. К ищешь, говорит Сев. О как. Это в ответ на что-то про ход Кея. Дайс пишет Эмодиум. Дайс приносит девочке собаку. Вот твоя собачка. Только потому, что она на тебя так затравленно смотрит. Девочка прячет за спину надоедливую шаурму. А, недоеденную шаурму. Вах, слющий, точно моя. Мамой клянусь. А, только почему она на тебя так смотрит? Ладно, ясно, в общем. Интересные истории про собачку оставим на потом. А сами пока съедим труп орка. Какой вкусный труп орка. Как орбит с вкусом труп орка. Hey, of Force Pierce. Отдельное копье. Вот это отдельное копье я подниму. Оно какое-то особенное. Ключ тоже подниму. Heavy Potion тоже подниму. Золото тоже подниму. Видите, какой я жадный, а? Гоблин тоже съедим. Ну как, мы обожрались, а. Наверное, надо завязывать с тем, чтобы есть трупы. Все, я уже полностью обожрался. Во, наконец-то спуск вниз. Так, что там за надпись была? Ну-ка. Feel excited, just steadily. Угу, понятно. Мы уже, можно сказать, в одном миллиметре от того, чтобы получить следующий уровень. И вот оно то, зачем нам нужен... О, Q-Dog, мы нашли собачку. Отлично, может мы сможем пробраться из подземелья, не получив еще одного уровня? А, как думаете? Есть такая возможность? Я верю в это. Или не сможем. Потому что мы уже в самом миллиметре от того, чтобы стать шестым. Да, левел шестой. Поздравляем, вы добрались до шестого левела. Раз в тысячу ходов вы можете лечить какую-либо болезнь, пишет нам. У нас обилка появилась, отлично. Не ешь трупы, приноси их жертвы на алтаре, говорит Сев. Так, Совет говорит, после того, как мне на нижних уровнях уничтожило меч, я немного боюсь их выламывать. А, это ты когда пинал стены, как, двери, конечно же, да? Что мы качаем? Качаем в первую очередь хилинг. Нужно качать? Нет, не нужно. Хаглинг. Да, давайте немножко хаглинг воткнем. Food preservation. Нормально. К
Concentration, Literacy. Literacy надо, конечно же, качать. Оп. Оп. О, отлично. И теперь у нас появляется выбор из того, что мы будем качать дальше. У нас есть Stealth, Silver Tongue, Shield Specialist. Hardy. Healthy. God Learner, Brawler, Crawler. Я бы Quick, скорость бы выбрал. Свиминг, там же реки, говорит Сев. Да не, не надо, не надо, все отлично. Да, надо скорость выбирать. Вот. Умрите все! Чарш! Фо-дог! За собачку все умрут. Каждый умрет обязательно. Теперь на 7000 чем-то там у нас будет следующий левелап. Эй, собачка. Собачка, идем сюда. Оп, оп. А куда нам идти? Противоположный конец, окей. Бедняк как рано начал. Ждал, ждал нас и плюнул на все. Блин, а дом классная игра, говорит юзернейм. Я помню, как-то оторвал руку Огру, собрал из нее звездолет и основал новую галактику. Ну, на самом деле, если закрыть глаза на то, что это такое литературное преувеличение, то в целом, собственно, дом как раз и позволяет сделать вот такие безумные вещи. Дом хорош тем, что он полностью использует ваше воображение. Он позволяет ему развернуться и дает пищу для этого. То есть создает различные интересные сложные ситуации, которые описываются парой строк текста на самом деле. Но вы при этом можете чувствовать себя в реально крутой, сложной, интересной ролевой игре. В фэнтезийном мире, а не просто среди пары полигонов. Не забудь воды на входе попить, говорит His Shadow. Здравствуй, Обсессус. Пишет он мне. Теперь на хардкор графику перешел, да. Это реальный хардкор. Это такой хардкор. Но он очень ностальгический. Я помню, как я в детстве в это играл. Ну, почему в детстве? На самом деле, не настолько уж и юн я был. Ха-ха, этот тоже берсерка включил. Ну-ну. Эй, нас убивают! Рэтлинг Варлорд нас убивает. И даже не знаю, что делать, а? Что, интересно, а если мы обратимся к нашему божеству, оно нам поможет, нет? А там хорош тем, да, молись. Так, какой там ход кей на молитву был? Давайте вспомним. Прей, 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 прей. Угу. Жесть, мы помолились, у нас 2/3 жизни почти сразу убило. Да, посмотри, как сгенерировал некрасиво. В смысле? Ну, вообще, на самом деле, вот этот вот варлорд, который вошел в режим берсерка, это зло. Вином говорит, наверное, миллион раз спрашивали, как относишься к Dwarven Fortress'у. Хорошо отношусь, но играю редко очень. Бежать не вариант к выходу. У нас скорость 92. Я обожрался и вообще зря обожрался. И собачка будет биться до последнего. Я перехожу в берсерк, у меня единственный вариант. Я его ударяю и убиваю, либо он меня ударяет и убивает. Вот так вот. Как вам? Все или ничего? Да, ничего. Мы умерли. Печалька. Да, это, конечно, жаль. Вот нарваться на такого монстра, это просто судьба. He was acid resistance, кстати, от того, что мы съели того муравья, труп, помните? У нас acid resistance появился. В берсерке умрешь, говорит Хмр. Я умер уже.
А дом такой, а дом... Ну ладно, неважно. Наш Зилот пробрался, можно сказать, даже дальше, чем наш предыдущий тролль. Давай монахом, говорит Хармор. А давайте майнкрафтером, а? Что у нас было в инвентаре? Давайте посмотрим. Благословленная металлическая шапка. Благословленная кольчушка. Благословленный средний щит. А, я совсем забыл, что нас из рук еще оружие выбили, а я в берсерк вошел. Ну, это вообще полный фейспалм. Да, вот это вот полная невнимательность, конечно. Ну, кстати, было проклятое копье с плюс 1 и 1d8 плюс 3. Неплохо. Necklace of the Eye, Amulet of Protection, Holy Symbol, Tunicay, Wand of Digging, Potion Invisibility и Water. К сожалению, даже полечиться было не чем абсолютно. Spellbook of Invoke и Devastation? Что бы это ни было, не знаю даже, что это такое. А, His Shadow. На самом деле, я просто начинаю с благословенными предметами, поэтому... Ну, паладин он. Такой паладин, что сказать. Это особенность класса просто. Можно было еще 1-2 раза помолиться, говорит Сев, да? Можно было. А как сделать, чтобы у тебя показывалось, что проклято, что благословлено, Совет? Либо определить это, либо самому это благословить, то есть, например, погрузить в поушен со святой водой, либо сбросить на алтарь божеству, и он, соответственно, когда ты бросаешь на алтарь божеству, то вещи сияют светом определенным, и видно, что благословлено, что нет. Либо умереть. Вот я вот выбрал последний способ. Он для идентификации самый крутой, радикальный. Вы сразу узнаете обо всем. Надо было в Bubble Die на снах. Надо было в Bubble. Опять Адом вылезает куда-то там, за пределы. Экрана так... Возвращаем назад Адом. Вот так вот. Создаем нового персонажа, что? Месяц волка, день 9. Охота, ferocity, community with nature, devotion, loyalty. Плюс 3 к initial perception, плюс 3 к willpower. Food is more nutritious for you by 10%. Вот так вот. Нам дают к восприятию, к вилке и немножко к тому, чтобы мы жрать могли легче. Угу, рейнджер, друидам давай. Кстати, да, друидам хорошая идея. Друидам можно приручать животных различных, в принципе, насколько я помню. Вообще, друидам плохо помню прохождение. Мэл, кто будет у нас друидом? У нас будет друидом Human Halfling. Давайте, давайте дварфа друида, или гнома друида. Нет, тролляку друида, а эльф. Да, у нас есть серый эльф, темный эльф и хай эльф. Хай эльф, наверное, друида возьмем. Так, друид кью. Родились мужиком хай эльфом. Вот так вот. Высшим эльфом, точнее говоря. У вас черные волосы. Эмбер. Эмбер, это что-то очень знакомое, но... А, янтарные глаза и... какая... В общем, худосочные мы такие, стройный комплект, точнее говоря, очень худая комплекция. Так... Наши родители принадлежали к знати. Мы были богаты, уважаемы и у вас было больше даже, чем можно счесть. В вашем детстве ваши родители вас просто ненавидели, пытали, и это, наверное, общая судьба для всех жителей этого маленького злобного мира. Они меня ненавидели, и, в общем... В молодости я провел очень много времени, исследуя дикие леса, и в целом наслаждался свободой, хотя меня постоянно пытали. Вот так вот. Одно с другим совместимо, оказывается. Мне было очень весело, я выучил цену сокровищ природы, хотя при этом был дичайше богатым,
и сокровищ у меня даже неприродных было много. Вот. Наша жизнь, как юного молодого человека, можно характеризовать прямо определенно охарактеризовать можно. У нас была задача, у меня, точнее говоря, идти всегда вперед и никогда не сворачивать со своего пути. Вот так вот. Я был прямолинейным, туполобым друидом. И где-то к годам, кстати, 90, я наконец-таки дорос до того, чтобы отправиться в путешествие. Вот так вот. Отношения с родителями ни на что не влияют. Нет, Хисшадо ни на что не влияет. Богатство на шмот влияет, стартовый, да, вроде бы. В перерывах между пытками мы с родителем гуляли в лесу, родители жизни, не тайп, да. Тут такой лол просто. Ну, рандомная генерация, вот это описала, точнее говоря, нашей предыстории. Оно, конечно, доставляет пытки, богатство, постоянное бродяжничество и счастье. То есть счастье и пытки. Наверное, я получал счастье от того, что меня пытали. Мне нравилось, что меня ненавидели. И, несмотря на все богатство, мне хотелось быть бомжем. Вот, поэтому я стал друидом. Здравствуй, сынок, сегодня мы отрубим тебе пальчик, говорит, и модем. А потом дядя-лекарь пришьет его обратно, а потом опять отрубим. Ха-ха-ха-ха-ха. Какой позитив, сплошный позитив. Они заставляли тебя мыть посуду, говорит Сев. Ну, кстати, да, на самом деле, дети, они очень воспринимают все очень эмоционально и довольно-таки гипертрофированно, поэтому, когда вас заставляют убираться или мыть посуду, вы считаете, что вас пытают. А когда вас заставляют есть овощи, то вы просто считаете, что мир жутко несправедлив. What is your name? Как назовем друида-то? А? О! Я знаю, как назовем. Мы назовем его Хиппи. Хорошее имя, да? Точно высший эльф, а не темный, говорит Веритас. Ну, не знаю. Может быть, меня подменили, и в детстве я рос не со своими родными родителями, поэтому они меня ненавидели. Видимо, только я рождался в богатой семье, был самым любимым в семье, но переживал сложные времена, спрашивает совет. Возможно, да, тебе не везет. Так. Хиппи. Молодой хиппи, всего 190 лет, между прочим. Не надо смеяться, эльфы, они в этом возрасте только начинают, скажем, познавать жизнь. Это как вот 19-летний юноша. Peace, bro, говорит Эмодин. Peace you. Так. Так, а что у нас есть? У нас есть накидка, броня кожаная, плащик, скимитар и кожаные ботинки. А у нас в рюкзаке есть деревянный щит, поушен воды, эксченджа. Интересно. Спелбук of Divine Wrath. И тот самый спелбук, который, по-моему, как раз... Нет, это божественной ярости. Так, Iron Ration, Apple Melon. И немножко золотишко. Ну, в общем, ничего особенного нету. А говорили, в богатой семье родился. Ага, ага, 45 золотых. Мои клавные... О, хипстеры, да. И на самом деле хипстеры — это несколько другое, но неважно. Что у нас есть из обилок, давайте посмотрим. У нас есть концентрейшн, литераси, хилинг. Все, что надо, на самом деле. Додж. Вудкрафт, кстати, мы умеем рубить деревья. Не зря провели детство в лесах. А также разведение садов и гербализм. Хорошо. Просто супер. Какая магия. Divine Wrath. Так, давайте прочитаем книжку. You master the Divine Wrath spell. Я такой классный, зелененький. Давайте убивать другого друида пойдем. Что, отправимся спасать собачку еще раз? Очень хочется ее спасти. Так, друид друиду сказал, что нужно обязательно найти темного друида и убить его. Ну, просто так, потому что он темный. Здесь вообще негров не любят. Вы поняли, я думаю. Сколько у нас золота? Золото, золото, золото. У нас 45 всего. Мы не сможем даже 2 рейшена купить. Нужно какой-нибудь проклятый найти.
Или, например, сырое мясо. Нет, сырое мясо еще дороже. Мясо сейчас такое дорогое. Ну вы что, смеетесь, что ли? Не сгенерилось ни одного проклятого рейшена. Эх, Fortunate Cookie возьмем. И где-то тут должен быть шериф. Шериф нам должен выдать третий квест. Тогда мы их отправимся все выполнять. Друид-друида послал убить друида, да. Такая замечательная история, от которой можно аж прослезиться, насколько она трогательная. Жил-был друид, и он не любил другого друида. Поэтому он решил нанять третьего друида, для того, чтобы убить другого друида. Где шериф? Вы что, съели шерифа? Не говорите мне об этом. Я слышать этого не хочу. Привет. Только что забил в поисковике название игрушки, говорит Dark Art. Посмотрел часть стрима на YouTube, перешел по ссылке под видео, и вуаля, нифига себе. Смотрим онлайн. Это прекрасно. Такие замечательные совпадения, они делают жизнь веселей. Ну что, шериф от меня убегает. Ну стой, Пэйр. Эх. Он нам рассказывает ту же самую историю, которую вы уже слышали неоднократно, поэтому читать я ее не буду. Он рассказывает про налетчиков, которые постоянно грабят деревню, и, в общем, просит помочь с тем, чтобы разобраться с ними. Куда делся тонкий тролль, говорит Содиум. Тонкий тролль стал слишком тонкий, его порубили на кусочки и засолили. К сожалению, тонкий тролль, он же нас, помнишь, хиллером был, то есть целителем, и целитель умер от болезни. Но он слегка заболел, начал терять хитпоинт, и я решил подождать, будет ли у меня регенерация идти больше, точнее, быстрее, чем я получаю урон от болезни. И в этот момент ко мне подходит Сворсман и говорит «Ха!» Ну, в общем, такая вот замечательная true story, чё. О, это Адом? Да, и 5. Это Адом. Конечно, это Адом. А что у нас в руках? Скиметар. Убиваем орка. Не будем тратить магию на тех, кого мы не можем убить вручную, естественно. У нас полностью сгнило яблочко. Пацаны, что это, говорит оружейник? Это игра Ancient Domain of Mystery или Адом, сокращенно. Упс. Используем First Aid, у нас он есть. И теперь в этого орка мы, знаете, чем запульнем? Divine Wrath'ом. Есть. Lightning Bolt вылетает, электрический разряд, который убивает орка. Наша возможность, точнее говоря, наша способность кастовать это заклинание увеличивается на плюс один. Отлично. Тебе нельзя атаковать нейтрал, говорит Хармор. А, мы уже нейтрал минус, между прочим, да. Надо собачку-то быстрее вызволять. И тогда мы немножко повысим себе карму. Смотри, сколько вот тут всяких нейтральных монстров-то, а? Вышибай дверь магии, говорит Совет. Да вот она сама открылась как-то. Какая в Адоме цель, говорит он во снах? Тоже, что, откуда, тоже что-то откуда-то упереть, как в супе? Или завалить кого-то нехорошего? Наша задача — закрыть врата хаоса. На самом деле здесь задача, она не настолько очевидная, как в Dungeon Crawl'е. Здесь довольно-таки сложная и интересная игра, которая содержит кучу различных квестов, возможностей. Здесь есть несколько различных видов прохождения. В частности, если вы просто, например, берете и... Так. Если, например, просто берете... Заканчиваете игру, закрывая ворота, это еще не значит, что это единственный способ победить. Можно не закрывать ворота, а отправиться, например, в Realm of... Ну, точнее говоря, в измерение хаоса, в ад... И там бороться с местными злыми божествами.
есть различные ультра-эндинги, еще прочая всякая фигня, про которую я сейчас помню, к сожалению, плохо. Но что меня больше всего радует, здесь есть некоторые такие недоделанные элементы, которые со временем, теперь когда Томас Бископ наконец-то взялся за то, чтобы доделать эту игру, они станут гораздо круче. И вот, например, тут есть некий Red Rooster, красный петух какой-то, какой-то его трезубец, совершенно безумное сочетание бреда. Есть куча различных таких моментов, которые совершенно не имеют какого-то логического завершения в сюжете, но они определенно будут допилены со временем. В общем, Дайс не эльфийку взял, говорит, His Shadow. Не знаю, как бы, собственно, я себя ассоциирую с мужским персонажем, наверное. А это друид с двуручным мечом, говорит, стоит. Скорее, с посохом, как-то так. Хат, шапка. Левел второй. Это меня радует. Что мы будем качать? Во-первых, мы будем качать литераси. Концентрацию. Еще раз концентрацию. Да. Ключа у нас, к сожалению, нету. Я рисковать сейчас не буду с 21 хитпоинтом. Да меня там от одной ловушки убьет просто тупо. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, это огр. Да, фимейл огр. Значит, что мы делаем? Мы кастуем Divine Wrath. Ха-ха, у нас маны не хватает на второй каст. А? Как вам? Ха-ха-ха-ха-ха. Ай, шрифт Lucid консоль. Двадцать семь на два разделите. Нет, подождите, у нас было 27 минус 13, это 14 должно быть. Да? То есть мы должны иметь возможность кастануть сейчас Divine Wrath. Уф, отлично. Просто кое-как затащили на соплях. Маны нету, хитпоинтов нету. Женщина-огра чуть нас не унизила. Слайся, бог рандом, говорит Савия. Да уж. Если ты прочитал, что огр doesn't care about you, ты бы не гуфнулся, говорит Джимикси. Но на самом деле это было временно, пока он не замечал меня. А, точнее говоря, она не замечала меня, но со временем, когда меня заметили, все стало гораздо хуже. И Огр как раз попер на меня. Вот после того, как она поперла на меня, я как раз и... О, а я проголодался. Давайте арбуз съедим. Вкуснятина, говорят. Тут меня опять спрашивает. Тайсмастер, будешь ли проходить Tales of Magial Age of Ascendancy? Ascendancy. Точнее говоря, Томми, если говорить уж по-простому. Томми проходить я не буду, скорее всего. Может быть, когда-то я передумаю, но сейчас у меня таких планов нету. Она мне нравится гораздо меньше Dungeon Crawl, Адома и некоторых других роги-лайков. Настя, катаклизм не нравится? Ну, как сказать, катаклизм я еще не пробовал, вот поэтому я не могу ничего сказать. Давайте тут пока походим, потому что идти на более низкий... Грибы! Грибы, грибочечки. Так, сейчас попробуем эти грибочечки посрывать. У нас 89 гербализма. А мелон случаем не дынька. Да, по-моему, там есть watermelon, это арбуз, и мелон просто это дыня. Значит, дынька. Хиппи нашел грибы, говорит Аурус. Аурус, да-да-да. Грибы для хиппи, это просто шикарно. Мир, братья. Наш друид-хиппи будет сейчас хиповать. А что за надпись? Хиппи и коврт. Хиппи — это наше имя, а коврт — это значит, что мы осторожны очень. У нас сейчас стоит тактика осторожного боя. Есть тактика защитная. Есть нормальная, есть агрессивная, есть очень агрессивная, есть берсерк. Мы сейчас в коврде. Если скушать грибов, монстры станет больше. Андет, если скушать грибы, то тут вообще сразу же цвет представления начнется и какое-то совершенно феерическое адское шоу. Тасмастер, будешь ли проходить... А, это же читал.
А тут можно построить свой дом, но дом построить нет. Мы нашли какой-то странный гриб. Еще один странный гриб. Упс. О! Алрауния антидот. Мы нашли какой-то гриб, который вроде бы полезен. Ладно, к сожалению, это не особо продуктивно идет. Мы находим не грибы идентифицированные, а просто какие-то грибы. Чуть позже вернемся к этому. Убиваем паука просто на всякий случай. Концентрейшн надо качать. Литераси качать мы не можем. Хилинг, да, вот надо хилинг обязательно вкачнуть. И опять концентрейшн. Что мы возьмем? Так. Мизером. Окей. График как в Крузисе станет, говорит, сев. Если травку выращивать, да. Это есть такой баянистый прикол насчет того, что у меня нет телевизора. Я ем грибы и смотрю ковер. Вот наш друид из этих. Из тех, кто ест грибы и смотрит ковер. Ножа, здесь дверь есть. Да. Что мы видим? Рэтлинга какого-то. Это вор. И он очень-очень зол. И хочет что-то сделать с нами определенно, обокрасть наш труп. Так. А, еще грибы. Забавно. Алрауни антидот еще один собрали. Ответь. А, некором тут армию мертвяков можно создать? Да. Даркар, тут у некроманта довольно-таки забавная механика. Когда они приживают нежить, то они тратят не пауэрпоинты, то есть вот ману в обычном понимании, а они тратят характеристику вот этого мана. И она со временем потихонечку возвращается на свое место, но при этом, кстати, еще и тренируется, то есть становится выше. Скрытые двери. Кто-то очень пытался здесь все скрыть, спрятать. А вот зомбики явно... большой орк-скелетон. Light boots. Возьмем обязательно. Тут, к сожалению, ничего интересного нету. Идем назад. А грибы-то изменили свой паттерн. Откуда-то появился свиток, интересно. Нежить навсегда поднимается, говорит Андед. А вот это я не помню, честно говоря, вроде да. Кстати, трансформер или как там, превращенец, в общем, есть. Здесь есть замечательные классы, самые разные, но всяких трансформеров я не помню. Здесь есть, например, там майнкрафтер. Забавная штука. Почти майнкрафтер. Только совсем не о том, конечно же. Абсолютно не о том. Так. Топор. Хавка. Ключа нету. Мы временно обходим это все. То, что вышибает двери, которые могут нас просто убить от того, что мы их открываем, это плохая идея. Давай следующий заход за некро, говорит некомика Реймо. Вполне вариант. Но это, конечно, если месяц правильный выпадет. Есть фермер и торговец. Самые хардкорные классы для мужиков, говорит Села. Да, за фермера и торговца это вообще просто жуть какая-то. У нас есть грибы, давайте их пробовать, что ли? Нет, конечно, плохая идея. Мы съедим маленькую печеньку. И в ней есть кусочек бумажки, на котором написано... Все дороги ведут к хаосу в конце. Это намек на то, что вообще конец игры заключается в том, что вы должны найти ворота хаоса. И все дороги, то есть, собственно, прохождение игры, ведет к тому, что вы найдете эти ворота. А прикинь, говорит Кьон,
Был бы герой, который рандомно создал подземелье. Идет, да, и думает покопать чучелок в земле. Опа, подземелье. Странная идея. На самом деле, вот в любой игре нужно в первую очередь думать о балансе. Так, отойди отсюда, мерзкое животное. И здесь, на пятом уровне... А, нет, это шестой даже уровень. Мы находим собачку. Собачку там кто-то пасет. Живы. Прекрасно. Поедание грибов всегда плохая идея. До того момента, пока их не попробуешь, говорит Скелетунс. На самом деле здесь есть два типа грибов. Одни дают хорошие какие-то бонусы, а другие дают противоположные бонусы. То есть есть грибы, например, стомофилия, которые насыщают. Есть стом и что-то там, которые, наоборот, вас заставляют голодать. Есть грибы, которые лечат яд, есть которые заставляют вас страдать от яда. Есть грибы, которые повышают характеристики, наоборот, и так далее. Молись. Ну вот, четвертый уровень получил. Так. Хилинг, да, надо хилинг прокачать. И концентрацию. Ну идти. 7 хитпоинтов, нормально вполне. Это что, допельгенер, что ли? Female outlaw, то есть бандит-женщину. Уходим отсюда. Так, это что такое? Goblin Slave Master. Не. Так. Зря, конечно, я не лечился. Можно сейчас попробовать? Давайте. Включаем берсерк и убиваем слейвмастера. Окей. На третий уровень. Отлично. Давайте, а почему ты не хочешь... А, не ждешь восстановления маны? Ну, на самом деле, потому что сама механика игровая здесь, она немножко отличается от того, что есть в Dungeon Crawl'е. В Dungeon Crawl'е вообще обычно как бой идет. То есть вы регенитесь, идете дальше. Бьетесь, после битвы регенитесь, опять идете дальше. Здесь другая ситуация. Здесь, к сожалению, ждать очень долго регена. Поэтому приходится по пути регенерировать как-то. А вот можно играть за орка, спускающегося с гор, убивать и насиловать крестьян, продавать их в рабство, завести себе гаремы, чтобы потом выраследить полуорки, говорит Деркарт. К сожалению, вот с тем, чтобы завести гаремы, выраследить полуорки, к сожалению, плохо очень. А с остальным, в принципе, можно попробовать. Так. На второй уровень поднялись, отлично. Вот девочка-то обрадуется, а? И мы уже в двух шагах от того, чтобы выйти из этого мрачного подземелья и больше сюда никогда не возвращаться. Отправиться убивать другого друида, между прочим. Девочка, ау. Сейчас я тебе приведу под... А, вот все, собачка бежит сама к девочке. И мы Neutral Plus сразу становимся, нам плюсик добавили. Давайте с девочкой поговорим, наверное, она счастлива. Поговорите с маленькой девочкой. Мы очень благодарны тебе за то, что ты вернул мою собачку. Ты настоящий герой. И вы слышите, как кто-то подсчитывает деньги. Определенно кто-то собирается отправить собачку сегодня на корейское блюдо. И уже готовит прайс для жарковой собачки. Вертис говорит, почини дракончик, тренируй его в боевого. Угу, окей.
Тетрис, говорит, ты самое главное, опиши сюжет игры, расскажи про технологии, которые используются здесь. А, ну да, технологии. Ну, во-первых, здесь используются технологии для автоматической генерации мира. Это очень сложные технологии, патентованные, всякие спид-3 отдыхают. Вот. Есть заранее пригенерированная главная карта, основная, и генерируемые различные там подземелья. Вот технологии генерации подземелья очень сложные и, как сказать, в других играх пока, к сожалению, не используются. Ну, наверное, от того, что в таких играх, в большинстве современных блокбастеров, как-то делается в первую очередь ставка на нечто другое, на сложный литературный сюжет, на интересных персонажей, а не на тупой графон и крутой мир, как вот в этой игре. Так. Возьми квест на маму дракончика, говорит Хармор. Да зачем? Просто на самом деле мы ее вряд ли в ближайшее время встретим. Там нужно и плавать уметь, и вообще, и сложно это место. Дракончик, Блуп, маленький ребенок-дракончик, говорит. Видел ли ты мою маму? А, нет, он об этом не говорил даже вообще, зараза. Он просто... просто шмыгает носом, все, больше ничего не происходит. Speed 3 — это же чтобы отрисовывать много красивых деревьев с минимальными затратами, говорит Корн Прайм. Не только для этого, но для того, чтобы генерировать большое количество деревьев с минимальными затратами. Так. Привет, что это за такая необычная игра, говорит Корн Прайм? Это называется Адом, это роги-лайк игра и, в общем-то, пошаговая RPG-шка, чем. Довольно старая. Ну, как сказать, старая. На самом деле, не настолько уж и старая. И мы идем убивать друг друга. А, не-не-не-не-не. Мы сейчас должны добраться до 5 уровня, когда у нас будет 5 уровень. Мы отправимся идти... В общем, точнее говоря, отправимся на поиски Кранача. Вот. Гербализм увеличивается. Listening increased. Все вообще становится круче. А сколько у нас денег, кстати говоря? 64 куска золота. Неплохо, неплохо. Тут есть квесты. Даже игра года, говорит Даркард. Скорим отстойся, качаю дом. Правильно. У нас сейчас уже один квест выполнен. Осталось еще два. Это начальные квесты, которые дают в самой первой деревушке. А после этого нас отправят далеко-далеко-далеко. Далеко на север. О, точнее говоря, на запад. Так, жрать хочется. Что сожрать? Конечно же, лажрейшн. Гаунтлеты берем. Остальное забиваем. Можем ли мы их надеть? Так, Cloak, Right Hand, Right Ring, Bracers, Gauntlets, да. Надеюсь, они не прокляты. Если они прокляты, ох. Корт надо обязательно не забыть включить. Так. Изображение книг и комфортных кресел покрывает стены. Внезапно все эти изображения исчезают. В этой, наверное, комнате магия лучше действует. Я так понял, пишет Тетрис, Diablo 3 ничто в сравнении с этим идеальным эталоном RPG. Думаю, ничего лучше уже не будет. Вершина технологий. Ну, сарказм сарказмом, иронией, но отчасти ты прав на самом деле. Так, а где у нас спуск? А, вот на другом конце, что ли? Да, я его пропустил. Потому что здесь вообще на самом деле игрушка по духу чем-то похожа на Диабло. Ну, как сказать? Ну, в целом, да, Диабло — это игрушка, которая сама по себе в качестве прародительницы имеет жанр roguelike. И изначально Диабло 1 планировалось как такой графический roguelike. Но потом вовремя разработчики передумали и решили, что все-таки реал-тайм без всяких хардкорных таких извращений это гораздо круче.
А ты знал, что есть еще Уфора? Галик говорит, да, но Crosshair, да, конечно. Я временами слежу за тем, как развивается он. Вот. Но пока там, насколько помню, более-менее средненько реализованы всякие мелочи тактические, такие типа того, что стрельба из оружия, взрывы всякие и прочее. Но он далек еще от того, чтобы в него играть можно было нормально. Откуда я про него знаю? Потому что про него, я помню, писал автор как раз на форуме OpenXCOM. А OpenXCOM — это замечательная попытка реализовать XCOM на опенсорсном движке современном. Ну, XCOM 1, конечно, с той же самой графикой, с теми же ресурсами, с тем же геймплеем. И вот этот OpenXCOM скоро в ближайшие дни уже, наверное, даже нарастет до новой версии, до нового релиза, в котором появится, наконец, кое-какие... И мы сразу пятый уровень получаем. Tension Rooms — это такая забава вообще. Концентрацию качать, к сожалению, сложно. Литераси. Можем ли мы качнуть литераси? Тоже почти не можем. Хилинг. Ну, как-то с натяжкой. А что же мы можем качать-то? Плавание? Ну, давайте плавание качнем. Survival тоже, кстати, вот хорошая штука на самом деле. Литераси, литераси. Качнем, что ли, литераси, а, на 4. Нет, это плохая затея. Нужно от нее избавляться. От мысли, точнее говоря, ней. Хаглинг. Тоже не очень. Качай додж. А, у нас додж есть. Вот, кстати, да, все время что, пропускаю ее по непонятной причине какой-то. Сколько у нас опыта? У нас 2484. Если мы наберем, то мы левелапнемся. Окей. Давайте еще один Divine Wrath заюзаем. Еще один. Не-не-не-не, спасибо. Вручную разберемся. Итак, выбираем Iron Ration. Tinderbox. Tinderbox, что же это у нас такое-то? Совсем забываем. Трутница. Что? А, это штука для высекания огня. Это как раз штука, чтобы огонь добывать. Круто. Огниво такое. А как убили тролля, спрашивает Архангел. Да легко. Да. И это на самом деле несложно. Берем огниво и валим отсюда. Все. Наша задача сейчас оказаться на поверхности как можно быстрее, чтобы Кранач от нас не сбежал. Что это зараза подлая, она вообще любит сбегать. Только как почувствует, что у нас 6-й левел, и как он только узнает, что у нас 6-й левел. Видимо, следит за обновлением моего статуса на Фейсбуке. Вот, а теперь мы можем залезть, вернуться обратно в Тириньи, прикупить немножко хавки, попутно убив немножко надоедливых вот этих вот жителей в деревеньке, потому что они постоянно встают у меня на дороге, но неважно, неважно. Спокойно. У нас же нейтральный друид, ему все должно быть лево-фиолетово. Так. Это у тебя радио или в игре такая музыка, спрашивает Ворбир? Это радио. Музыки в игре нету, в принципе. Сколько у нас золота? У нас 84 куска золота, это неплохо. Сейчас что-нибудь прикупим. Large Ration 1, 2 and... Сможем ли мы 33 заплатить? А 58 плюс 33 — это 90 уже. 58, 70... А, нет-нет-нет, это 48 плюс 33. Это 82, да, сможем. Отлично. А можно линку на радио? Линк, конечно, да.
Я только понять не могу, говорит Деркарт. Но как поначалу определять, что значит эти плюсики, стрелочки и точечки? Или тут мануал есть? Да, тут есть мануал, конечно. Это заглавная страница радио. А конкретный плейлист находится вот по этому адресу, если что. Ой. Ай, жесть. JavaScript. Ага, окей. Давайте мы, знаете, как сделаем? Схитрим немножко. Во, вот ссылочка на плейлист. Да, все нормально теперь. Тут даже есть список песенок каких-то. Они почему-то называются одинаково. Лол, что? Ладно, забьем. Я только понять... А, так это я уже читал. Все, возвращаемся к игре. Теперь у нас есть хавка. Идем искать Краначча. С тем, что у нас есть хоть какая-то магия, убить его будет несложно. Самое главное его поймать. Находится он где-то в треугольнике между... Сейчас я даже вспомню, на каком конкретном треугольнике он находится. Finding him is a matter of chance, and this can require considerable game time. This is experience point limit for this quest. Crunch is in wilderness around Tyrrhenia. В общем, где-то вокруг этой деревушки. Будем бегать вокруг нее, круга не нарезать. Блин, как же интересно смотреть. Никуда не спешишь, все рассказываешь. Однозначно плюс, говорит Хамлин. Спасибо тебе. Сейчас, говорит, вспомню, пишет нам Сирл. А, нам Сири, слушайте, люди, вот временами глаза ломаю ники, но неважно. Сейчас, говорит, вспомню класс-класс по клавишам. Ну да, конечно, я же помню, что есть Adam Guidebook, и там описаны все такие вещи. Darren Fortress уже играли? Там вроде понятнее, говорит, SS League. Darren Fortress я не играл на стрим, но, как сказать, все возможно в отдаленном будущем. Автор не мог приделать хоть какую-нибудь графу. Куча же халявных движков, говорит Horn Prime. Нет, не мог. То есть это было бы кощунство против Адома. Потому что Адом, он хорош тем, что здесь нет никакой графики. И опять я жрать хочу. Похоже, не судьба мне... А, нет, бандит, это не мое. Но, к сожалению, бежать от них я не смогу. Поэтому... Use Divine Wrath. Их нужно обязательно в линию выстроить, чтобы они Divine Wrath'ом хорошо бы убивались. До 6 уровня мне сколько? Да вот я уже почти в одном шаге. Пойду же сделать отказ, говорит Horn Prime, поиграю, послушаю Дайса. Андин говорит, как нет графики? А все эти символы это что? Да, на самом деле символ это такая псевдографика, потому что каждым символом закодирован какой-то определенный объект, какой-то персонаж, какой-то предмет или что-то еще. Даркард тут хочет посмотреть тем временем грозный некромант, говорит, интересно, всегда мечтал побыть таким злым волшебником, которого все боятся, который нападает на деревушки, собирает армию, мучает какие-то тайные заклинания и так далее. Действительно. Что это, лес? Да, это мы сейчас в лесу бьемся с бандитом. Чудом я не левелапнулся. Съем я, наверное, еще один ларжейшн. А мы, кстати, перегружены. У нас слишком много с собой различного брахла.
Чтобы выбросить там Quarterstaff, Light Boots. Boots, Boots, Boots. Leather Boots. Давайте наденем те бутсы, которые с нами. Они тоже непонятно какие. Но они, по крайней мере, не проклятые, это уже хорошо. И Leather Boots выбрасываем, потому что они более, как бы сказать, весят они больше просто. Что еще выбрасываем? Спилбук? Нет, спилбук мы не можем выбросить. Шляпу? А что у нас надето? Накидка. Давайте хат наденем. Нет, накидка лучше. Потому что весит мало. Так. И мы уже почти не стеснены ничем. Так, а что у нас в руках сейчас? Кементар и... Да, давайте щит возьмем. Мы давным-давно должны были щит взять. У нас хороший щит. У него плюс 3 к чему там? Скупка ход это плюс 3. Это что-то, по-моему, к попаданию, что ли? А тут друид штрафов от щита не получает, говорит Андет. Не знаю, честно говоря. Что-то мы еще выбросить-то я хотел. Квартерстаф. На самом деле квартерстаф вместо скиметара может взять. У него какой модификатор там? Сейчас узнаем. Нет, к сожалению, мы это не можем сделать. Поэтому вернем скиметар. Выбросим квартерстаф. От 1 до 8 и плюс 3 блока, не, говорит Слик. Нет, на самом деле здесь другая система маркировки. Это довольно-таки просто все. В квадратных скобках указывается значение, связанное с броней. ДВ, ПВ, Defense Value, Protection Value. Или Dodge Value, не помню точно. А вот в круглых скобках указывается сначала модификатор к попаданию, а потом модификатор дамага. И вот 1d8 плюс 3, это значит, что бросается один куб за 8 гранями. То есть сначала рандомное число от 1 до 8, потом к нему фиксирована троечка добавляется дамага. А то что такое плюс 3 там, да фиг его знает вообще. Давай, Кранач, привет, я хочу с тобой пообщаться. Иди сюда. Пожалуйста. Еще один Large Ration съедаем. Скоро у нас кончится хавка, и придется, когда Iron Ration один-единственный останется, идти дальше убивать друида. Может, как бы выхода нету. На чем игрушка написана? Есть ли исходный код? На языке C написано. Исходного кода нету. Написано, она... Ее писать начали в далеком-далеком 94-м году. Да, жрать хочется, ну и до свидания. Все, кранач нету. Да, отчасти имеются некоторые такие элементы Dungeons and Dragons, D&D. Но что автор сам по себе очень любит, как он сам рассказывал неоднократно, различные ролевые посиделки. Все, если я тут не найду никакой хавки, я вообще умру с голоду. Единственное, что, когда мы беремся до пещер хаоса, то там все наши проблемы с хавкой будут решены сразу, мигом просто. Чё? ВТФ? Нет, на самом деле понятно, что за ВТФ. Я просто ударил ларжорка, большого орка. Я не обнаружил, ну, точнее говоря, я не удосужился посмотреть, что это за орк конкретно. Оказалось, что это ларжорк, который меня ваншотнул. А шот ваншот такой, а чё, друид, да, иди сюда, чё, есть? Не, ну, получай. И, в общем, убил меня сразу же, зараза. Вот гопота разная в подземелье-то ходит, а? Это что, закос под мат, говорит ВВ Путин? Нет, это не закос под мат, это самый что ни на есть классический рогюлайк. Предыдущий враг тебе до 4 хп и снес, говорит Варбир. Тауч. До этого мало хп было. Что-то я совсем невнимательно играл, видимо, реально.
Теперь ты еда, говорит Филмокс. Да? Кто-то нас съест. Кто там не хотел некроманта, а? Кто хотел некроманта? Это все вашими стараниями на самом деле. Вот что значит, о чем тут думать сильно. Так. Killed by large orc. Печалька. Печалька. Но зато наши очки растут со временем. Видите, вот раз мы же собачку спасли. А? Тролли некро, давай. Хе-хе-хе. Да, сейчас что-нибудь создадим интересное. На самом деле, некромант очень сложный персонаж. Им тяжело играть. Реально, очень тяжело играть. Особенно на начальных этапах это просто мучение. А с учетом того, что я не могу как раз начало пройти нормально, наверное, тролль-некромант это будет вообще некромант сам по себе. Это будет плохо. Что у нас есть? Ну, в общем, всякая ерунда. Понемножечку. Ну, прям Scroll of Repair совершенно бесполезен здесь. Potion of Water Exchange, потом... Да. Хлам. Некромант имбад, ладно. Вот меня раздражает то, что Адом пытается постоянно каждый раз взять и заново попросить запуск игры. А что за Potion of Exchange? Если он кинется в какого-нибудь монстра, он может случайно в какого-то другого монстра превратиться. Так, здесь, кстати, на самом деле можно чем угодно кинуть кого угодно. Биться куском, не знаю, там... Биться ключом, взять в руки ключ и им пытаться кого-нибудь заковырять. Даже зло героям, даже эти гейские добрячки, говорит Даркард. Вещь, спасающий мир, дальше Верлорда, Ран Данжен Киперу. Хм. Ну, конечно, не Данжен Кипер, но здесь можно, конечно, создать довольно-таки злого. Конечно, сейчас злого создадим. Месть единорога, 14-й день. Грация, красота, чистота. Как его... Девственность и дигнити. Это что? Ну, в общем, это самый лучший персонаж для того, чтобы создавать хаосита. Хаоситы на месяц единорога просто стопроцентный лютый вин. Девственный, чистый, красивый, прекрасный хаосит, который убивает всех во имя любви, добра и справедливости. А, достоинство. Ну, да, пусть будет достоинство. Манна, говорит Веритас. Этого персонажа тяжелее поразить силами хаоса. Ему тяжелее сменить свое мировоззрение. И он получает плюс 2 к начальному своему внешнему виду. Внешний вид, наверное, то, что здесь больше всего нужно в Адоме. Ол, что же законопослушный чар, говорит Майк Валентайн. Конечно, это именно законопослушный чар. Я просто немножко иронизирую на тему хаосита. Эй, у тебя плюс 2 АП, давай темный эльфик у некроманта. Окай. Мейл. Конечно же, мейл у нас будет. И какого класса у нас будет персонаж? Он должен быть какого-то доброго, правда? Дарк эльф, ну нафиг. Месяц юникорна это да. Хумана создадим сейчас. Хумана приста какого-нибудь, или хумана там, не знаю, монка. Добрый гном, только гном добрый, говорит СЛ. СС лик, ну да, конечно. Может доброго тролля сделать? Я возьмем хай-эльфа. Или Хумана, да, Хумана у нас не было еще, во. Рейнджер, Файтер, Прист, Монг. Прист или Монг? Монг, да, Монг. Вы родились обычным мужиком-человеком. У вас... Так. Что там, голубые глаза, комплекция... О, наконец-то! Наши родители принадлежали к низшему классу.
Они честно работали, были честными работящими людьми, которые делали все, чтобы позволить вам жить комфортной и прекрасной жизнью. Но вы не были очень успешными. А, нет, они не были очень успешными в этом. Ребенком вам приходилось выживать довольно... переживать, точнее говоря, довольно тяжелые времена. Так как ваши родители явно были неудачливы. Их богатство было очень-очень... Они были очень небогатыми и жили тяжело. В течение вашей молодости вам пришлось, точнее говоря, много играть с различными другими детьми вашего возраста. Вы всегда были лидером и центром. Когда вы повзрослели... Credit to your family, как бы это правильно перенести-то. Your parents supported your plans and were very understanding. Ваши родители всегда поддерживали ваши планы и всегда вас как вы понимали. They tried to help you along your way with all means and way disposal. Они пытались помочь вам во всем абсолютно, во всех ваших начинаниях, и где-то в возрасте 23 лет вы наконец стали полностью обученным монком. Вот так вот. А, вы были благодарны своей семье, говорит юзернейм. В общем, у нас было счастливое бедное детство. Если предыдущие персонажи рождались в какой-то богатой семье и постоянно страдали, то вы видите, это какая-то вот такая закономерность, корреляция прослеживается. Если вы бедны, то у вас счастливое детство. Если вы богаты, то вы страдаете. А что за особенности монаха? Я не помню, честно говоря, вообще пофиг абсолютно. Так... Сейчас мы кое-что выясним. Ладно, неважно, в общем. Какое имя выбрать такое, знаете, подходящее? Ладно, пока атрибуты модифицируем. Возьмем что-нибудь на выживаемость, наверное, в конце концов. Например, Quick. Strange, может, Field Power. Strong Kicker, да, Strong Legs. А? Будем всех пинать. Вот любой чар уходит туда, говорит Майк Валентайн. Ну и ловушки достаточно не вовремя. Да, действительно. Strong Kick — это хорошо. И наше имя. Так, как бы так правильно там написать. Да. Эй, что это было вообще? О! Что я нажал такое? Что? Как? Раз сильный пинок, назови его Чак, говорит Архангел. Да, кстати, надо было Чаком назвать, но пофиг. Панчинзе. Ну, в общем, неважно, как его зовут. К сожалению, просто, наверное, не уместилось название, как только мы допечатали, игра стартанула. Да. Ладно, что у нас есть с собой? У нас есть с собой набор скиллов. Атлетика, Climbing, Concentration, Dash, Find Weakness, First Aid, Healing, Listening, Literacy. В целом, довольно-таки неплохой набор скиллов стартовых. Это хорошо. Что у нас в инвентаре? Робы, сандали и ничего больше. Только робы и сандали. Представляете? А? Есть мнение, что пора перегенерить. Статус не очень. Но только как только помрем, сразу же перегенерим. Ищем всех, кто нам нужен. Монаха вообще с собой ничего нету, заметьте.
А есть девочка. Иди сюда, девочка. Есть шериф. Все. Купить мы ничего не можем, денег нету. Куда ты, говорит, Мэйк Валентайн? А, в смысле, куда? Все отлично. Почему я не вижу его голубые глаза, говорит Архангел? Наверное, у тебя слабо развитое воображение. Подойди дракону, нажми стрелочку в направлении, нажми Y, говорит Андета. Зачем? Нефиг делать так. Друль на смерть посылает. Не вытянуть черного друида, говорит Мэйк Валентайн. А мы сначала сейчас за собачкой пойдем. Собачку-то мы в прошлый раз вытянули, правильно? Значит, сейчас вытянем. Самое главное, нам голод вы. Ноу. Так, что у нас есть? Я надеюсь, здесь где-то... О, золото, наконец-то. Нет, стоп. Чё? Я уже думал, нам поднять не дают золотишко. Есть у нас свиминг. Да, свиминг на целых 23. Ну, тонем вообще. Приплыл, говорит Майк Валентайн. Да, все, это смерть. А теперь мы посмотрим, как тонут монки. Да нет, выжил, в принципе. Нормально. Тащим. Даже кольцо нашли какое-то. У монаха ничего нет, но есть девочка, говорит Ньютайп. Монахи и девочки очень хорошо сочетаются. Большой, широкий меч. Отлично. А что у нас там поднялся? Какой-то навык, да? Listening and swimming. Угу, у нас умение плавать повысилось. A mouth appears on the wall and says, they say that a lofty nature of some breathing sets is influenced by the degree of magic invoked with it. Then it disappears. Появляется рот прямо на стене и начинает с нами говорить. Я аж от этого сам открыл рот и... В общем, сразу же второй уровень получил. В какой системе написана игра? Спрашивает Алексей. По своей собственной системе она имеет некоторое такое влияние ТНД, ну, лишь только некоторое. В основном в том, что здесь рандом в виде кубов отображается, таких вот всяких 3D5 и так далее. Хочешь успеть песика жим достать? No way, пес плавать не умеет, не достать его девочки никак, говорит Майк Валентайн. На обратном пути утонешь собачкой, будет прикольно, говорит Мактер Лага. No. Это был Чешир, Алиса, говорит юзернейм. Ну да, возможно это так. Что ж мы качаем? Ну, мы пока тут в этой пещерке немножко качнемся. Все равно, в общем-то, делать нечего, так ведь. Додж, да, додж. Find weakness. Атлетику. Хилинг. Все хочется прокачать, вы себе не представляете, насколько жадные. Wool doesn't seem to be oppressed. Так, стена не очень сильно впечатлена была нашим ударом. Ничего. Со временем они поймут нашу силу. К сожалению, у нас хитпоинты очень быстро уходят, это вот печально. Надо, конечно же, подобрать кости. Зугмборлс спрашивает, Стоунсуп, ты до конца прошел уже? Орпа вытащил, да. Наш Минотавр... Файтер победил, есть вот, так что можешь посмотреть либо на Твиче, либо на Ютубе. Есть еще ссылочки внизу можешь найти. А вот и наши друзья, маленькие работяги. Ну-ка иди сюда. Нет, они, по-моему, плевать хотели на меня. А мы тем временем гумункулуса убьем. И мы засыпаем. Уф. Зато мы до третьего уровня сразу поднимаемся. Хочешь все вкачать, используй артмани, говорит Веном. Ага. Рун было всего 3 в Dungeon Crawler. Это было самое простейшее прохождение. У нас будут еще более сильные прохождения. Мы обязательно как-нибудь в ближайшем... Ну нет, не в ближайшем, наверное, но все-таки в будущем. Вернемся к Dungeon Crawler.
Я вам покажу других персонажей, попробуем с большим количеством рун пройти. Когда можно будет трупиков поднимать, говорит Даркард. Монки трупов не поднимают. Меня бьет Гмункулс, говорит Анзет, пора поспать. Да, ял. Что? Хилинг, хилинг, хилинг. Да, нужен хилинг. Больше вообще скачать не буду. Атлетика. Да, мы будем очень атлетичны. Додж. Додж, додж. Нет, додж на этот раз мы не будем качать, мы будем Find Weakness скачать. Талант. Угу. Броулер. Надо броулера брать. Определенно. Да, возьмем броулера. Чтобы лучше бить своими ручками и ножками. Пнем муравья. И мы убиваем его пинком, а? Какого? Паверкик. Есть. Нашли какой-то круглый ключ. Окей. Что я нашел? Сид. Это маленький такой, как бы сказать, семя, которое можно посадить. Четвертый уровень уже. Зубмобороус говорит, ну да, Минотавром файтером-то достаточно просто играть. Ну, на самом деле, начало у моего Минотавра я их создавал уже пару десятков. И начало всегда было довольно-таки тяжелое. А в этот раз, внезапно совершенно, этот Минотавр дожил до того, чтобы найти более-менее вменяемый эквипмент, прокачаться, и дальше начал рулить просто невероятно. Куда пошел? Иди к Генди и Пинай. А, Гнехди? Чего? Кому? Майк Валентайн, что ты имел в виду? И Пинай до тех пор, пока королева не вылезет. А, гнезду идти, ясно-то. Но это не то. Там, на самом деле, я не помню, нужно ли пинать именно вот... Там, по-моему, это с хайв... Это с пчелами работает пинать. Вообще, это фейл для законника. Ты запорол квест на главаря разбойников, говорит Майк Валентайн. В смысле? Какой фейл? Ну, может быть, я что-то фейлю, но я этого не замечаю вообще совершенно. Чувствую себя замечательно. Без отражающего щита все было намного печальнее, говорит Фичтенстейн. На самом деле, щит не очень удачно Ковару подарил, да. А, если ты пойдешь до собаки... Нет, на самом деле, там, по-моему, Монка... Что у нас с Монком там? Угу... Нет, это не за парта, пока еще ничего. На шестом левеле только кранч, кранач, точнее говоря, будет убегать от нас. Майк Валентайн, я знаю, что кранач убежит, поэтому как только я доберусь до пятого уровня, я пойду наказывать кранача. Фейл, какое знакомое слово, говорит Даркард. Хоть тут слышу его первый раз. Хотя тут слышу его первый раз, надо же. Нет, у нас бывают фейлы, причем довольно часто, на самом деле. Потому что игры сложные и... Так, додж я вкачал. Нет, я не вкачал его. Качал теперь. И фейлы бывают. Shit happens, говорят. И третий скилл. Свиминг, что ли, качнуть? Да, свиминг, наверное, это хорошая идея. Сколько нам до пятого уровня? На самом деле, немного. Уже вот-вот. Тот самый заветный пятый левел. Слабые места у врагов найти, говорит His Shadow, да. Но это, насколько я помню, критический удар. Шанс критического повышает. Ха! С одного пинка сразу же убиваем муравья. А? Как вам? Вышибаем дверочку.
И видим переход на следующий уровень, но я сейчас переходить не буду. Я буду обследовать этот уровень в первую очередь. И этот уровень будет обследовать меня. Плохая идея сражаться с этими муравьями. Пойду-ка я, пожалуй, отсюда. Ну тогда точно пса до 6 левела не вытащить, говорит Мэк Валентайн. Да, на пса, видимо, придется забить. Пойдем мы Кроначи искать скоро. Просто муравей реально, ну, унижает, а что сказать. У нас очень хороший дефенс, так? Пробуем на нормале забить его. Slightly wound. Наконец-то убили. Ух, опасные муравьи, заметьте. Дверьми их закрой. А, да, совсем забываю, что они не умеют двери открывать. Что нужно с помощью дверей их вот так вот придерживать. Придется здесь все-таки пятый левел искать. Пятый левел у нас уже близко, почти в двух шагах. А потом привет, Кроначи. Потому что у нас есть золото. Давайте глянем. 91 кусок золота. Ну как кусок. Да, вот пятый левел. Отлично. Качаем, конечно, в первую очередь свиминг. Перед нами как раз река. Так... Атлетику, да, атлетику обязательно. Додж, 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 find weakness, хилинг. Да, хилинг нужно качнуть. И поплыли отсюда, чё? О, видите, перебрались прям без проблем. Find Weakness может? Да не, зачем, забейте. А еще, знаете, что я сделаю? Large Ration подберу обязательно. Вот. Потому что Large Ration будет нам полезен, когда мы будем Кроначи искать. Два хп, говорит Анзет, я думал гуф, но мы были близки к гуфу. Мы были с ним близки, скажем так. А теперь, конечно же, пожрем. Чего-нибудь прикупим пожрать. Это жрать, это очень полезно. На самом деле, монахи должны быть обучены к тому, чтобы в суровых условиях голодать. Ни на что не обращать внимания. У нас денег 91. По 21 мы можем 4 штуки взять. 3 уже взяли. 2. 4. 1 придется выбросить. Чё? Сбросить одну. Вот, отлично. Теперь pay жмем. Проплатили. Я так понял, ты не в курсе, что такое плюс 3d4 в атрибутах, говорит юзернейм. Я не в курсе, это я-то не в курсе. Это дайс мастер не в курсе, что такое дайсы. Или ты кому-то другому пишешь. В общем, еще юзернейм. Надеюсь, ты другому писал кому-то. Так. За 29 с благословением жрачком.
Вкуснее, она говорит, Майк, да, я знаю. Она ровно на это количество деньжат больше восстанавливает нам. Жратвы. И вот уже кушать хочется, заметьте. Монах такой монаха. Давайте все-таки съедим вот эти вот хорошие косточки. Не помогает. Окей. Ровен Рейдерс. Ровен Рейдерс, это, по-моему, они как раз, да? Что-то уже не помню. Да, Кранач. Это как раз Юнкантра группа Ровен Рейдерс. Это именно Кранач. Здравствуй, Кранач. Юзерный говорит, да меня глюкануло, мне показалось, ты спрашивал, что такое плюс 3. Плюс 3 это было другое совершенно, там в скобочках плюс 3 какое-то было, это было в какой-то древней игре. Ну, который мы уже... Древний персонаж, который у нас уже умер, например, там полчаса назад, наверное. Так, ну что, Коронач, окей, жмем F. Включаем, естественно, Ковард. Теперь Берсерк, убиваем. Еще раз берсерк. Так, наверное, плохая идея. Нас обстреливают. Выживи, говорит Веритас. Да как тут выжить? Вы что вообще? Дарккард говорит, ладно, здесь записи будут. Да, спасибо за стрим. Пойду я спать, а то завтра не встану. Отлично. Я тоже, наверное, должен скоро спать, ложиться. Поэтому, чем бы ни закончилась эта битва с Краначем, мы, естественно, тоже пойдем спать. Умираешь, говорит His Shadow. Ну, да, есть такое. Самую защищенную пинать. Угу. Кик. Есть. Все, меня окружили. Что пинки-то рулят, а? Замонка не играл, не знал вообще. Да я еще регенюсь под этим. Круто. 50% персонажей умирает, польстившись на 30... На 3000 голды за Кранача, говорит Веритас. Да, именно так. Тактика на пинки никак не влияет. Круто, офигеть. Вот это вот... Вот что значит я нуб, а? И теперь Кранач. Остались мы один на один с тобой. Давай. Кто круче? Мой пинок или... Упс. Вы слышали этот звук? Игра говорит мне как бы... Да, если ты можешь умереть. Пинка свой шанс, это не оружие. Ха-ха-ха, помолиться что ли, а? Просто, знаете, ради такого момента, наверное, стоит. Это вот тот сейф, который нужен в данном случае. Да, конечно, скорее всего, я затащу и Кранача без этого. Вот, не выйдет. Что не выйдет? Все выйдет. Да, есть. Богиня не послушает. Да ладно, врешь. Вот послушал уже. Бьем Кранача. Ну, пока его сильно не дамажим. Вот, уже Северный Хатсхим. Куда? Куда? Тихо. Критикали. Отлично. Он уже при смерти убегает. Стой, догоню. А что это за игра такая? Из символов всяких, говорит, Sunstop Games. Эта игра называется Ancient Domains of Mystery. Или Адом, проще говоря. Это игра в жанре roguelike, то есть такая вот текстовая RPG-шка. Очень штука забавная.
Загнали в угол. Есть. Давай, Берсом. Ничего подобного. Мы убили Кранача. И после него труп остался. Это отлично. За труп отдельные 300 золота дают. Теперь я умею использовать круговые пинки. О, вот это то, что надо. Круговой пинок для круговой победы. Да, хилинг, хилинг, хилинг. Да, хилинг качать самое то сейчас. И чтобы еще такого качать хорошим модификатором. Прям. Додж не очень хорош, но сойдет. Выбираем талант. Так. Удар с разворота с горы Хишадо. Что-то в этом духе, да, всех вокруг бьет. Ау, я такое, правильно Веритас. Hit points, damage with missile stick. Disarm traps, find more gold, carrying capacity, power points, speed. Наверное, скорость надо прокачать сейчас. Да, сейчас как раз в тему будет скорость. Или хитпоинты. Да нет, хитпоинты на самом деле почти ничего не решают, а вот скорость это хорошо. И что, убегать там можно? А, здесь одни кости от Кранача остались, представляете? Да, я знаю, Майк Валентайн, здесь есть цепочки талантов, я просто сейчас все не помню. И помню, некоторые оружейные есть. О, есть моя любимая на Treasure Hunter, цепочка талантов. Так, а что у нас? Стрелы, стрелы, стрелы. Берем свиток. Берем яблочко и тут же его съедаем. Потому что яблочко может спокойно сгнить. Здесь тоже только стрелы. Ну все, в общем, ничего интересного мы здесь больше не нашли. Давайте отправимся к шерифу, получим свою обещанную награду. Кстати, если мы награду не берем, то есть мы просто оставляем золото на месте и уходим, то нам дают небольшой буст к нашему на нашей законопослушности. То есть мы становимся более хорошим от этого. Типа взяли, отказались от золота. Но не ради этого я Кранача сейчас убивал. Я бедная церковная мышь с 7 золотыми в кармане, от 3 штук явно не откажусь. А после этого спокойно можно отправиться в маленькую деревушку, воровскую, которая находится рядом, где находятся всякие криминальные элементы. И там есть хороший магазин, где можно что-нибудь попробовать прикупить или, по крайней мере, идентифицировать на халяву предмета. А свитки не следует быстрее определять применением, говорит His Shadow. Ну, на самом деле, можно их определять применением, но это довольно опасно может быть. Ну что, говорим с шерифом. Поздравляю, говорит шериф. Ты освободил нашу деревушку от диких налетчиков. Это поможет построить заново наши торговые отношения. Возьми эти деньги в качестве награды. И шериф кладет деньги к вашим ногам. Ничего себе. А да. Не нарушай закон, и мы будем друзьями. Ты знаешь, мы даем награды за головы всяких криминальных элементов. Давай, тащи их быстрей. И мы поднимаем 3000 золотых. Собачку не спас, говорит XZ. Да пофиг, кому нужна собачка, когда нам 3000 дали. Майк Валентайн говорит, а лучше не ходить, а сначала за псом сгонять и принести пару тонн хабара. Может, пузырь инвиза будет, тогда можно под стелсом очистить тот магаз. Да, кстати, на самом деле за собачками сейчас ходим. Даже если мы труп собачки принесем девочке, то она тоже будет очень счастлива. Она сделает из этого трупа чучело, а потом будет с этим чучелом спать в обнимочку. Вот. Ох, расфантазировался я, конечно, но мало ли что бывает.
take this money, говорит юзернейм. А шрифт рэпер афроамериканец. Да, здесь очень интересный такой язык, очень сложный, и содержит и сленговые некоторые выражения, словечки такие. Не просто там какие-то исковерканные слова на негритянский манер, а, в общем-то, довольно-таки неплохо литературно составленные тексты. При этом при всем автор является немцем. Такие дела. Ну или автор игры просто немец, говорит юзернейм. Ну да, он как раз немец, собственно, в этом фишка. Но здесь вот исковеркан намеренно, естественно. Квик надо брать, говорит Дев Мейплз. О, наконец-то! В кои-то веки я начинаю читать комментарии, которые пишут на Твиче. И это под самый-самый конец стрима. Ну что ж, нас впереди ждет много приключений в Адоме. Этот Монг меня пока что радует, довольно-таки неплохой персонаж. И я надеюсь на то, что мы сможем им пройти более-менее хотя бы до середины игры и показать вам много чего интересного, нового. Смаки говорит, если принести девочке труп собаки, она станет учить некромантию, чтобы ее оживить и вырастить злую некромантку. Ну, будет такая ведьмочка, будет пара для нашего следующего персонажа-некроманта. И Эндрю говорит, правильно, расфантазировался, покажи приключения, даешь эпик адвенчери. Все будет эпично, потому что Адом сама по себе игра невероятно эпичная. Да, если ты читаешь, ну вот просто случайно прочитал. У меня сейчас просто открыто параллельно все три чата, и я как-то обратил внимание, что там, опа, неожиданно что-то написано. Вот. Но на этом сегодняшний стрим заканчивается. Я вам обещал, что убийство Кроначи будет последним. У нас, в общем-то, довольно успешный мод получился, который в следующем стриме, надеюсь, не загнется. Спасибо вам, что были со мной. Мы завтра, я сейчас анонс вывешу, будем часа в 4 вечера стримить Fallout Tactics. Вот, а на днях будет уже Арканум. Так что нас ждет впереди много всего интересного, в том числе и сам Адом. Оставайтесь со мной, смотрите хорошие старые игры. Всем пока. С вами был Dice.